Друзья, я включил запись. У нас сегодня, и это делаю формальное объявление, которое я всегда делаю при начале семинара, вебинара. Вот подключается Андрей Шкович. Сегодня у нас 17 марта 2021 года. Московское время 16 часов на минуту. У нас сегодня вебинар немножко необычный, потому что я его веду из Турции, как я и обещал. Вот, это... И сейчас я вас хочу немножко повеселить. Значит, я вам показываю, где я сейчас нахожусь. Вот. Я сейчас попробую себя. Вот это город Белек. Влад, выключи, пожалуйста, свой микрофон. Выключи на минутку свой микрофон, а я себя сейчас вывешу на большой экран. Так, вот, на большой экран. Покажу, значит, вот я сейчас нахожусь в городе Белек, это рядом с Анталией. Вот вид такой вот из моего номера, где я фактически отдыхаю. Неделю уже заканчивается. Завтра приезжаю в Москву. Привет, слышал вот это. Ну, это было так немножко для развлечения. Вот, а теперь по существу. Влад, можешь включить свой микрофон. Значит, сегодня у нас доклад Владислава Анатольевича Жигалова. Что мы знаем о странном излучении? У меня просьба всех, кто не выступает, кроме Влада, вот Савченко я выключаю, вот всех отключить звук. Вот всех, кроме Жигалова и организатора. У нас сегодня доклад Влада Жигалова. Что мы знаем о странном излучении? Вот тут хочется несколько слов об этом названии сказать. Во-первых, я, как обычно, немножко критикую вот это название «странное излучение», которое дал, извините, Ярослав, добрый день, я сейчас вебинар, можно я позвоню чуть попозже? Спасибо. Извините. Вот я критикую это название «странное излучение», потому что термин «странность», он уже введен в физике элементарных частиц довольно давно. Вот, странные частицы, это возникают в ядерных процессах, в которых там они рождаются парами, поэтому им термин «странность» приписали. Может быть, это имеет какое-то к нашим частицам, но пока это не подтверждено, и поэтому я бы рекомендовал использовать термин «неизвестное излучение». Я давно уже довольно об этом говорю, мы с Барановым довольно давно об этом говорим, но Владислав, вот он ориентирован на название «странное», поэтому я сегодня уж не буду, но все-таки вот еще раз об этом хотел сказать. Вот. Ну и еще об одной вещи. Вот это связанное с неизвестным излучением. Вот эта тема неизвестное излучение, она вышла на первый план как-то вот наших исследований, всех, кто занимается холодным ядерным синтезом, примерно 4 года назад, когда более-менее стало ясно, что вот то, что раньше мы ловили, пытались поймать и пытались как-то это обосновать, связанное с энергией, это такая непростая вещь. Мы не очень понимаем, что такое энергия вообще, а что такое электромагнитная энергия в частности, не очень понимаем. Поэтому вот это пока еще нуждается в исследованиях, а вот неубиенные такие факты, это, например, проявление разнообразной треки неизвестного излучения при работе сверхъединичных устройств. Вот это никто не может опровергнуть, это всегда возникает. Все, кто работает с этими устройствами, все это знают прекрасно.
Вот. Поэтому вот это проявление, оно сейчас одно из самых таких вот подтверждаемых и самых изучаемых в нашем, значит, вот в нашем мире, в нашем сообществе, которое занимается изучением холодного ядерного синтеза. Вот и еще одну вещь хочу сказать. Вот тут буквально сегодня несколько раз я получал сообщение от Олега Мещерякова, который действительно в 2017 году, я помню это его письмо, высказал предположение, что вот эти неизвестные излучения, они связаны с пероксидом водорода, ну или с перекисью, как обычно говорят. Я сейчас не буду на это время тратить, с перекисью водорода, не буду на это время тратить. Я об этом, может быть, чуть подробнее скажу, что я на эту тему думаю в конце нашего вебинара. Вот. Ну, таким образом, вот я заканчиваю свое введение. Вот. И свое введение сейчас попробую дать разрешение. Вот даю разрешение Владиславу Жигалову включить его демонстрацию. Владислав, тебе слово, пожалуйста. Да, дорогие коллеги, здравствуйте. Сейчас я открою, у меня какое-то время тут будет открываться сейчас демонстрация. Да, большое вот, спасибо. Молодец. Мы увидели ее, да, мы увидели. Да, большое спасибо организаторам этого семинара вообще за то, что вы организовали такой семинар. Он, на мой взгляд, уже давно назрел. Вот. Интересно, что действительно есть доклады, посвященные практически тому же явлению, но у каждого исследователя, понятно, есть свои представления, как с ним работать, как это пытаться объяснять. Мой доклад, он такой, скажем так, состоит из нескольких частей, там будет три части. Первая часть обзорная, вторая часть расскажу о тех исследованиях, в которых я принимал участие, и третья часть, ну, не очень большая, скорее поговорим про проблемы объяснений этого явления. У меня, я так понял, час, да, на доклад, то есть вот где-то там в 7 минут, да, ну, следующего часа. Абсолютно, абсолютно точно не нужно ориентироваться, но если будет час 10, не страшно, но ориентировочно час. Да, ну хорошо, я не буду даже говорить, сколько у меня слайдов заготовлено, их заготовлено довольно много. Значит, ну, давайте по порядку, да. Первая часть обзорная. Вот странное излучение. Про терминологию я, наверное, ближе к концу тоже скажу. Ближе к концу. Самые первые публикации странное излучение возникло как сопутствующий фактор реакциям холодного ядерного синтеза, либо ЛЕНР. Это имело две основные формы проявления. Сначала треки в фотоэмульсиях и затем на других чувствительных материалах. И сразу экспериментаторы стали смотреть, а нет ли каких-то биологических эффектов. И оказалось, что они есть. Вот первая публикация, где, собственно, и был вброшен этот термин «странное излучение», работа Уруцкоева и коллег. Они изучали электровзрыв титановой фольги в воде, наблюдали там, ну, во-первых, появление новых элементов, искажение изотопного состава титана, но этому сопутствовало некое излучение, поскольку этим занимались профессиональные физики-ядерщики, им было, конечно, важно и себя обезопасить, и посмотреть, а нет ли каких-то там обычных ядерных излучений. Оказалось, что излучения есть, но они необычные. И в этом смысле, конечно, вот термин «странное», либо там «неизвестное», либо «необычное», ну, они примерно все про одно и то же, про степень нашего непонимания, с чем же мы имеем дело. Вот пример треков на фотоэмульсии. Это такие протяженные, значит, протяженные следы. При близком рассмотрении многие из них имеют такую периодическую структуру. Характерный размер длины этих треков – это миллиметры. Характерный размер ширины треков – это микроны.
И вот еще, значит, тут же в той же работе был упомянут такой эффект, ну, можно назвать метастабильности. То есть после того, как реактор уже выстрелил, да, после того, как этот взрыв состоялся, брали эту воду, брали эти ошметки фольги, то, что оставалось после этого взрыва, и наливали это в чашечку, и затем ставили рядом вот фотоматериал, и оказалось, что на этом фотоматериале тоже появляются треки, уже постфактум. То есть вот 18-часовая экспозиция фотопленки перед продуктами реакции на расстоянии 10 сантиметров. Это очень важно. Да? Дальше я тоже упомяну такие результаты, которые ну, подтверждают. Еще одна публикация, о ней стоит упомянуть, это 7 лет спустя после первой, были рассмотрены другие способы получения треков вот на фотоэмульсии. Это просто дуговой разряд, то есть испытывалось электрооборудование, большие токи, большие напряжения, и оказалось, что те же самые треки абсолютно появляются и при такой вот экспериментальной обстановке. Очень важные, на мой взгляд, были результаты и Войлова. Он показал, что у него была установка плазменного электроразряда в воде, и вслед за ним многие еще потом экспериментировали специально, целенаправленно, и мы в том числе, для получения треков именно таким способом. То есть два электрода, между ними загорается в воде такой разряд. Значит, он использовал еще катушки для создания магнитного поля и экспериментировал с тем, как это странное излучение проникает через различные вещества. Ну, сейчас за неимением времени вот эти результаты с экранированием я упоминать не буду, но что важно, что он, ну, во-первых, было показано, что возникают те же самые треки, а во-вторых, он открыл зеркальные треки, то есть те следы, которые повторяют друг друга с зеркальным поворотом. То есть вот поскольку это было, ну, в русле, что ли, теории магнитного монополя, а там в этой теории магнитные монополи возникали именно парами, то и выдвигалось такое объяснение, что мы имеем дело с некими магнитозаряженными частицами. Вот сразу забегая вперед, я скажу, что я сегодня практически не буду говорить про теории. Я сам близок больше к эксперименту, но какие-то проблемные места, интересные для теоретиков, я тем не менее, конечно, назову. Аналогичные треки были замечены вот в такой еще экспериментальной обстановке. Разряд в вакууме, сильноточный вакуумный диод. Это лаборатория «Протон-21» в Киеве, Адаменко руководитель. Значит, здесь помимо, собственно, ядерных превращений, причем в процентном отношении очень серьезных, то есть там где-то в среднем 30% вот этой мишени подвергалось превращениям в другие элементы. В ряде экспериментов экспериментаторы ставили рядом такие, значит, МДП-структуры, ну, это такие микроэлектроники применяются, это кремний, затем слой диэлектрика, затем слой металла, да, МДП. И вот на этой структуре было показано, что возникают точно такие же треки, причем периодические, и авторы еще исследовали, ну, саму структуру вот этих вот треков периодических, они смотрели, нет ли там ядерных превращений внутри, дальше я упомяну про это тоже. И результаты Солина, который еще где-то вот в конце 80-х годов тоже видел эти треки, но это было опубликовано где-то вот в 2001 году. Вот здесь я стараюсь внизу, там, где это возможно, приводить ссылку на, значит, первоисточники. Да? Значит, у него была установка такая, он плавил электронным лучом под напряжением 300 кВ в вакууме цирконий. И, во-первых, во время самой плавки возникали какие-то совершенно удивительные вещи, такой солярис появлялся, да, совершенно необъяснимые, там какие-то магнитные явления были. Было выделение энергии, многократно превышающее то, что подводилось к этой установке. И после того, как цирконий застывал, на поверхности и в глубине наблюдались вот какие-то такие следы. Во-первых, на поверхности треки. В глубине наблюдались такие червоточины, и внутри этих червоточин также наблюдалось превращение циркония в другие элементы. И, конечно, результаты Шахпаронова, их нельзя не упомянуть. У него были самые разные установки. Вот, честно говоря, я даже здесь не могу сказать, от какой установки вот эти треки, да, там у него были такие в виде ленты Мёбиуса, такие установки, где был разряд.
То есть сильноточные тоже такие, значит, ситуации были. Вот результаты Шишкина и коллег. Здесь помимо треков, вот, хорошо известных, наблюдались такие птички. Тоже про это я дальше расскажу. Наблюдались микрократеры на фотоэмульсии. И дальше вот мы еще потом ближе к концу, я вот этому кадру, который здесь слева вверху, еще уделю определенное внимание. Он очень-очень интересный. Еще было, конечно, любопытно вот в этом исследовании для меня, это вот что-то такое экстраординарное, это нужно обязательно развивать, что авторы нашли зависимость диаметров вот этих вот микрократеров от атомной массы того материала, через который проходило вот это излучение от источника. Да, вот это вот, на мой взгляд, очень важно, этим нужно заниматься. Результаты Родионова и Саватимовой – это уже тлеющий разряд и электролиз, то есть вот два таких процесса еще, которые порождают тоже те же самые вот легко узнаваемые треки. Значит, и вот недавно была тоже публикация Баранов-Зателепин, Панчелюга-Шишкин. Здесь наблюдали треки от самых разных процессов. Ну, вот за неимением времени я всех их не буду перечислять. Вот пример, собственно, таких вот микрократеров, пример протяженных треков. Ну, тоже вот очень интересные результаты. Ну вот я просто в одном кадре здесь свел от нескольких работ, чтобы полюбоваться, посмотреть, что речь идет действительно об одном и том же явлении. И, конечно, очень важный момент, что несколькими исследователями совершенно как бы с разных позиций, может быть, даже с разными установками, они наблюдали биологические эффекты, которые, ну, в общем-то, друг на друга похожи. Я, правда, не биолог, я могу только вот рассуждать в терминах «похоже» или «не похоже». У Шахпаронова были, значит, результаты с мышами. У группы Панова из Перми, но там исследовалась установка торсионный генератор. Это было еще до того, как, собственно, странное излучение стало изучаться, именно как треки, да, то есть там они треки уже еще не исследовали. И работы Пряхина и Уруцкоева. Вот в 2006 году была публикация, значит, воздействия на мышей. И вот недавно совсем появилась публикация на разные тест-системы, действовали вот этими факторами, скажем так, от электровзрыва. И что еще вот про эту последнюю публикацию 2020 года Пряхина и коллег стоит сказать? Там наблюдается такой типичный ПИД-эффект. ПИД-эффект – это расшифровывается как перенос информационного действия. Это эффект, который замечен в экспериментах именно с торсионными генераторами, но он заключается в том, что биологическое действие на системы, на живые объекты, оно зависит от того, через какой материал проходит излучение, которое мы изучаем. Да? То есть вот это вот пересечение вот этих двух совершенно, казалось бы, разных областей исследований, вот торсионные генераторы, или их еще называют неэлектромагнитное излучение, да, и странное излучение, которое больше относит к холодному ядерному синтезу, ЛЕНР, вот есть определенные пересечения. К сожалению, время доклада не позволяет рассказать об этом пересечении более подробно. Этому нужно посвящать совершенно отдельный доклад. И вот, по крайней мере, я нашел две публикации, где упоминалось вот именно о ядерных преобразованиях внутри треков, то есть где изучались и изотопные там какие-то искажения, и изучались появление других элементов. Это вот как раз в работе Высоцкого и Адаменко в результате вот тех исследований в протон-21, и в работе Солина, как я уже сказал, в цирконии наблюдались вот эти вот внутри червоточин на границе, то есть вот на оболочки вот этой вот пустотелы наблюдались другие элементы. Сразу скажу, то, что я дальше, скорее всего, забуду об этом упомянуть, в наших исследованиях мы тоже искали ядерные превращения внутри этих треков и не нашли, к сожалению. Возможно, мы использовали, ну, неподходящие для этого методы. Просто вот перечислю, чтобы, ну, для полноты картины, да, вот какие источники странного излучения в тех публикациях, о которых я сейчас так вот вкратце упомянул. Это разряд в вакууме, разряд в воде, тлеющий разряд, дуговой разряд. Это реакторы никель-водородные, о которых я дальше буду рассказывать, что у них.
электролиз, и вот в работе Шишкина и коллег там еще вращающиеся объекты были задействованы. Ну, это вот были эксперименты по следам Ахатрина. Значит, и еще вот сейчас я перед следующей частью должен упомянуть такую интересную вещь. Это называется эффект Волкова, по крайней мере, Панчелюга так назвал. Появление странного излучения – это как бы еще один способ получения вот этих вот треков из омагниченной воды. Были замечены при этом треки на фотоэмульсиях, было замечено омагничивание немагнитных материалов. Кстати, у Шахпаронова тот же эффект описан, то есть, скорее всего, это не артефакт, скорее всего, это что-то действительно интересное. Было замечено изменение веса образца с водой и реактивная сила. Ну, про это вот сейчас я чуть-чуть подробнее расскажу, потому что с этого как раз, с репликации этих результатов я и начал экспериментировать. Вот схема омагничивания воды, которая применялась в группе, значит, вот Волкова, затем Евмененко, затем и наши. Запаянная ампула с водой, это обычные вот эти вот ампулы для инъекций, помещались в сильное магнитное поле между двумя сильными магнитами, напряженность, ну, примерно там 0,5 Тесла, на 2 недели, а затем с помощью лазера, вот, то есть лазер просвечивал через эту прозрачную ампулу, на ее пути затем стояла кассета с пленкой, разумеется, с защитным, так сказать, материалом, который не пропускал свет, затем эту кассету проявляли и смотрели, что получается. Ну вот получались такие интересные треки, это вот те самые птички, о которых я уже рассказывал и дальше еще покажу. Вот увеличенная структура вот этого затемненного участка, видна такая вот еще микроструктура с бороздами такими, да, и, ну вот еще такой целый зоопарк таких треков, тут и пятна разного размера, да, вот такие птички разными фрагментами. Обычные треки периодически в том числе замечались. Ну вот с этих, с попытки повторения этих результатов я, собственно, начал в 2015 году. Мне захотелось реплицировать, то есть повторить результаты, которые были получены группой Евмененко. В марте-июле 2015 года я провел серию экспериментов с теми же самыми ампулами, значит, для инъекции. Магнитное поле, вот напряженность от 0,35 до 0,67 Тесла. Время омагничивания 2 недели. Вот Валерий Евмененко мне полностью передал вот эту вот методику, как они делали сами, да, то есть вот здесь у меня была методика для повторения. Черно-белая фотопленка 400 единиц чувствительности и, ну, оптические микроскопы разные. Схема высвечивания была такая. В первой схеме бралась, ну, как бы вот купили пленку в магазине, ничего с ней не делали, иногда даже просто из коробки не вынимали. Вот эта кассета непрозрачная, металлическая, с пленкой ставилась вот на пути лазера при высвечивании вот этого чего-то, да, из омагниченной воды. Второй вариант, просто кассета с пленкой, там отрезался кусочек, чтобы вот всю эту кассету, так сказать, не тратить на один эксперимент. Ну, где-то вот рулончик там помещался длиной этой пленки 10 сантиметров. Иногда помещалось несколько таких вот кассет друг за другом, ну, чтобы посмотреть, а что-то там остается, не остается. Еще два варианта вот этого высвечивания, когда лазер уже не применялся, а омагниченную ампулу с водой ставили либо снаружи, вот этой вот кассеты, либо в темноте просто помещалась эта ампула внутрь этой кассеты, там, где была пленка. Ну и, как ни удивительно, при первой же проявке обнаружились те самые птички, вот эти следы, вот пример таких вот, ну, достаточно больших объектов, то есть вот масштаб здесь показан, 1 миллиметр, то есть вот длина этой птички, ну, примерно там сантиметр. А длина вот этой линии тоже, ну, наверное, даже побольше даже. Значит, вот при ближнем рассмотрении, при большем увеличении вот этот фрагмент вот этой птички, вот этого полумесяца, да, он действительно имеет какую-то такую структуру, состоящую из отдельных маленьких таких треков. Вот еще, да, здесь пожирнее птичка получилась. И что еще интересно, помимо вот такой вот структуры маленьких таких протяженных треков, наблюдалась деформация самой пленки. То есть, видимо, воздействие было настолько сильным, что то ли здесь разогрелась эта пленка во время воздействия, то есть что-то оплавилось, то ли просто это усилие было большое, когда вот это нечто здесь вот как бы задело вот эту вот пленку. Да? Значит, ну вот еще вблизи, если рассмотреть вот этот вот длинный трек, это вот как раз интересная такая закономерность была, что
Только в схеме, когда бралась целая рулонная пленка, то есть когда там было много слоев, вот тогда замечались птички и вот такие вот, ну, такие тяжелые треки, да, такие толстые треки. Вот интересный кадр, где на одном участке, здесь, ну, порядка 2 квадратных сантиметров, наблюдается группа треков. Это такие линейные треки, они не периодические, насколько вот мне это удалось разглядеть. Но вот этот эффект, он замечался, ну, во-первых, многими исследователями, и, во-вторых, он действительно присущ вообще данному явлению. Да? Вот такие треки-близнецы. Вот это одна и та же экспозиция, это одна и та же пленка. И здесь мы видим копию вот, вот этого вот в виде семерки, вот этого трека, да, где-то они там деформированные, где-то нет, который повторяется буквально десятки раз здесь. И вот я еще специально здесь повысил контрастность и отметил дополнительно красным цветом вот эти шляпки семерок, да, чтобы было видно, ну, как они вообще здесь расположены. Вот когда говорят про теории, которые объясняют странное излучение, или там говорят там, ну, какие-то, что это типа вообще артефакты, ну вот хотелось бы получить объяснение вот таких вот наиболее странных вещей. Но дальше я их еще коснусь. Значит, дальше, следующим этапом, когда я получил первые результаты вот от омагниченной воды, я заметил, что в одной из контрольных пленок, а я там не сильно заморачивался контролем, всего было 5 контрольных пленок, где, ну, где не было вот этого фактора, да, омагниченной воды, было замечено в контрольной пленке тоже треки. Ну, меня это так удивило. Потом я связался с Рудскоевым, он сказал, что у нас в контрольных пленках тоже сначала были треки, пока перестали проявлять и контрольные, и опытные пленки в одних и тех же растворах. Вот это мне показалось очень разумно, и я дальше экспериментировал по-разному совершенно, вот делая проявку, ну, где-то в одном, так сказать, растворе, где-то там в разных растворах. Мне хотелось понять вообще, что с этим контролем получается. И, ну, вот условия экспериментов, они были аналогичные. Что касается омагничивания воды, там на 2 недели также ставилось, и в основном я экспериментировал с отрезками пленки, то есть вот 10 сантиметров пленка первоначально, разумеется, в темноте разрезалась на такие отрезки, упаковывалась в непроницаемый пластиковый контейнер. Была набрана статистика, 43 опыта для, ну, собственно, с фактором, да, то есть когда у нас есть там лазер, ампула с водой, и 44 контроля. 44 эксперимента с контролем. И я еще по-разному комбинировал, как я их проявлял. Значит, вот какие треки были замечены. Ну, во-первых, те самые линии. Они в основном гладкие, в основном не периодические. Во-вторых, царапины. Это, видимо, дальше я про это еще расскажу. Вот есть слой с фотоэмульсией, а есть обратный слой. Там, разумеется, фотоэмульсии нет. Вот, по-видимому, царапины – это когда вот эти вот непонятные частицы странного излучения, они проходят, ну, по другой стороне пленки. Дальше эта вот гипотеза действительно подтвердилась уже с другими чувствительными материалами, где никакой фотоэмульсии нет, например, с DVD-болванками. И наблюдались еще такие точечные проплавления, но на поверку проплавления оказались артефактами. И еще наблюдались пятна различного размера и микропятна, вот как здесь вот, и большие пятна, но затем, когда я стал, ну, как бы более внимательно смотреть на эти результаты, более внимательно ставить эксперименты, оказалось, что проплавление – это вообще артефакт, присущий, ну, наверное, данному производителю пленки, то есть вот даже вот абсолютно в разных фотопленках просто была найдена какая-то закономерность, где появляются вот эти вот проплавленные точки. Это какой-то, ну, какая-то особенность технологического процесса изготовления, не более чем. А с пятнами оказалось, что пятна иногда возникают, когда недостаточное было экранирование световой компоненты лазера. Что-то там все-таки проходило и немножко засвечивало пленку. Вот вблизи, если рассмотреть вот первые 2 типа треков, вот линии, ну, их можно показывать на самом деле бесконечно. У них структура вот совершенно разная. Мы еще дальше налюбуемся на эти все линейные треки. Вот царапины, иногда видна периодическая структура у этих царапин. То есть это вот такие, только при определенном освещении можно заметить на фотопленке вот такие вот бесцветные следы. Значит, здесь, в этом исследовании, я решил применить численный
метод оценки интенсивности треков, просто суммировал там вот от этих всех фотографий, суммировал длину этих вот линейных треков, то есть вот те черные треки и царапины, они брались в расчет. Остальные типы треков, вот пятна, там какие-то проплавления, я просто здесь не считал, не использовал статистики. И вот к моему совершенному удивлению оказалось, что вот в серии опытной и в серии контрольной статистика была одинаковой. То есть вот суммарная или там средняя длина треков и в опыте, и в контроле была одинаковой. И, конечно, пришло удивление. Оказалось, что я изучал, по крайней мере, вот в этой серии с набором контроля, я изучал некий фоновый фактор. То, что не зависит от вот того агента, который я первоначально пытался изучить вот в ходе этой репликации. Да? Значит, и что еще сразу я с чем столкнулся, что как бы опыт от опыта очень сильно отличает интенсивность треков. Совершенно вот в случайном, так сказать, порядке, вот здесь подряд просто приведены разные опыты, ну, здесь включая и контрольные пленки тоже, да, и вот видно, что интенсивность от опыта к опыту отличается на два порядка, где-то пусто, где-то густо. Дальше это многократно я замечал. И вот третий этап, вот если память не изменяет, в 2017 году на конференции в Сочи мы поговорили с Александром Георгиевичем Пархомовым, и я рассказал про свои результаты, он рассказал про свои результаты. К тому времени он тоже получал такие треки от своих реакторов в лаборатории KID. Мы решили как бы совместить наши усилия, и вот последующие полтора года мы изучали вот внутри лаборатории KID, отвечали сначала на очень простой вопрос. А вообще связаны ли вот странное излучение и работа реакторов Lenr? Для ответа на этот вопрос мы применили методику, точнее, разработали методику, значит, и вот вкратце опишу суть исследования. Мы применяли два типа реакторов, совершенно разных, дальше я про них расскажу. Использовали, пробовали разные чувствительные материалы, пока не нашли наиболее, так сказать, удобные для использования. Мы применяли контроль как последовательный, так и параллельный. Что такое последовательный контроль? Это значит, что нужно еще до экспозиции перед реактором чувствительный материал сфотографировать, чтобы убедиться в том, что уже после экспозиции там эти треки появились, а не были до этого. Дело в том, что вот когда я понял, что есть некое фоновое странное излучение, которое вот где-то существует с неизвестным источником, конечно, было очень важно отделить, что наросло на этих материалах до экспозиции и что появилось после. Параллельный контроль – это когда вы ставите одни и те же, ну, так сказать, схожие образцы, один рядом с реактором, а другие образцы как контроль параллельно где-то там в отдалении от реакторов. Ну, там в другой комнате, например, там, или на расстоянии нескольких метров. И мы еще использовали, мы набирали статистику, спробовали на различных расстояниях от реакторов понять, где же вот заканчивается там появление этих треков, есть ли какая-то зависимость от расстояния. Значит, было, конечно, интересно исследовать микроструктуру этих треков, понять, что же там такое происходит с этим материалом. Ну и все это накапливалось в некую базу данных. Вот два типа реакторов, которые мы применяли. Первый – это описанный вот в работе в 2019 году никель-водородный реактор. Он работал непрерывно, без того, чтобы его, значит, гасили в течение 7 месяцев. И он работал в режиме избыточного выделения энергии. Там я точно не помню, но, по-моему, в среднем где-то 1,5 был коэффициент. То есть он работал в стабильном совершенно режиме. Второй реактор работал совершенно в нестабильном режиме, в том смысле, что его то включали, то выключали, постоянно меняли его конструкции, как-то усовершенствовали. Мы его называем «дятел». Это плазменный электролиз в воде, такая типичная как бы установка для, значит, многих экспериментаторов. Верхний электрод подвижный, нижний электрод неподвижный. И вот здесь вот проскакивает с частотой там, в несколько, наверное, герц или десятков герц разряд. И вот рядом с этим реактором тоже помещались чувствительные материалы. Какие материалы? Мы начали, как и все, с пленки. Так вот получилось исторически, что физики-ядерщики все очень любят фотопленку, рентгеновскую, мы применяли еще и обычную. Оказалось, что этот материал, пожалуй, самый неудачный, самый неудобный для того, чтобы исследовать треки. Во-первых, потому что вы не сделаете с помощью этого материала последовательный контроль.
вы не сможете заснять всю эту пленку до того, как вы ее проявите. Да? А когда вы ее проявите, это уже не материал для экспозиции. А во-вторых, рулонная фотопленка, по крайней мере, она неудобна тем, что когда вы ее там фотографируете, что-то с ней делаете, эти слои вот этой пленки в рулоне, они трутся. Там появляются артефактные такие, ну не треки, а как бы царапины. Да? Их легко на самом деле отличить, но они очень сильно мешают, если вам нужно действительно найти ну, настоящие треки. Было опробовано стекло, на стекле тоже наблюдались треки, затем мы перешли к слюде, была взята, ну, на мой взгляд, нам повезло, там небольшая пачка еще с каких-то, с конца 80-х годов абсолютно прозрачной слюды, значит, где-то лежала, и вот на слюде мы нашли действительно огромное количество треков во время экспозиции, и, конечно, мы там видели фоновые треки за эти 30 лет, там какой-то фактор тоже все-таки действовал, накапливался, и эти треки, хорошо узнаваемые, они были и вот на этой слюде изначально. Слюды было немного, она быстро кончилась, но мы нашли удобный материал, это DVD-болванки. Почему DVD, а не CD? Дело в том, что когда вы снимаете затем вот там до экспозиции или после экспозиции, там, конечно, очень гладкая поверхность, но дело в том, что под этой поверхностью поликарбоната там слой, вот тот алюминиевый, на котором записывается в конце концов информация во время прожек этих дисков, ну, в обычных применениях этих дисков, да, и там изначально есть структура, которая дает дифракционную картину. И когда вы подсвечиваете белым светом, там все размывается на, ну, в смысле, разваливается, получается, дифракция с разными цветами. И вот картинка от 9 дисков, она менее мешающая, чем от картинки от CD. Ну, так, это просто особенность вот съемки тем микроскопом, который я применял. И мы пробовали еще на алюминиевой фольге. Так вот, оптимальный материал был выбран DVD-диски. Методика подсчета интенсивности, она была достаточно трудоемкой, потому что она включала в себя ручные операции. Сначала фотографировали поверхность материала до экспозиции, затем вот ставили рядом с реактором, затем фотографировали поверхность после экспозиции, и дальше нужно было посчитать треки по этим фотографиям. Для этого сначала эти треки вручную в графическом редакторе, просто в Paint, открывались и размечались красным цветом. То есть просто обводились вот эти треки, которые, вот, ну, это делал я, и те, которые я действительно считал, что это треки странного излучения, потому что там была еще пыль, разумеется, да, были какие-то еще там иногда царапины, иногда пальцами ляпали, но это все на самом деле с опытом можно действительно отличить и узнаваемые на самом деле вот, вот эти треки. И дальше, после того, как размечены красным цветом эти треки, нужно было программно просто посчитать суммарную длину треков. Ну, я написал несложную программку, и, которая выдавала число. Вот пример треков на слюде. Вот это на самом деле в темнопольном таком импровизированном, что ли, освещении снято. Вот до экспозиции это одни и те же образцы, одни и те же области этой слюды. Здесь видно, что ну, чуть-чуть какая-то пыль, может быть, попадается. Вот здесь вот видны фоновые треки, их не очень много. А вот после экспозиции видно, что на тех же участках появляются вот эти следы, они характерные. Вот в данном случае это группа тех самых треков-близнецов. И вот здесь вот тоже видно, что это повторяющиеся некие треки. Они появились именно после экспозиции, возле реакторов. Вот пример треков-близнецов. Здесь сложно их посчитать, но тоже видно, что вот как в том кадре на фотопленке, здесь, ну, наверное, десятки вот этих вот по форме напоминающих бумеранг. И вот, кстати, Валерий Николаевич, хочу вам заметить, вы в вашей публикации привели этот снимок, но выдали его за CD-диск. Нет, это слюда. Это именно слюда, то есть мы на просвет вот здесь вот смотрим, а не на отражение. Значит, конечно, было интересно посмотреть, а что же там у нас с треками в электронный микроскоп, в нормальный микроскоп с большим увеличением оптический, зондовая микроскопия тоже применялась. Вот это слюда. Здесь виден масштаб, то есть вот ширина этого трека, ну, порядка, наверное, 5 микрон. И видно, что слюда, она себя вот очень характерным образом здесь ведет. То есть треки – это движение каких-то частиц. Здесь даже можно выделить, в каком направлении они двигались. Вот, пожалуй, у других материалов мы так сказать не можем. Там эти треки, они абсолютно симметричны. Не поймешь, что куда летело. Вот здесь, очевидно, что-то двигалось вдоль поверхности и сгребало вот этот верхний слой слюды, а слюда, она
много слоев имеет, да, вот сгребало, как, ну, не знаю, там, как такой снежный ком или там что-то такое вот двигалось по этой поверхности и оставляло после себя вот такие вот, ну, разрушенные фрагменты слюды, потом как-то переваливалось через них и дальше снова сгребало. Ну, такой вот периодический процесс. Но это не периодические треки. Периодические треки, дальше я покажу фотографии, это совершенно другое. То есть вот здесь как раз на слюде периодических треков мы как раз и не видели. Коллеги, прошу прощения, у меня попугай сейчас кричит. Я, чтобы он не мешал, я его сейчас накрою и продолжу. Хорошо? Прошу прощения, ну, очень хочет тоже поучаствовать в семинаре. Зовут его Петя. Значит, вот структура треков, снятая разными способами микроскопии. Вот это оптический, в обычном оптическом микроскопе. Здесь видны треки совершенно разные по ширине. Например, вот этот трек достаточно толстый, ну, в смысле, широкий. Вот здесь уже с помощью зондовой микроскопии, ISM-микроскоп применялся, можно посмотреть и на ширину вот этого толстого трека, где-то, ну, порядка 20-25 микрон в ширину. И мы смотрели глубину еще. Вот здесь, обратите внимание, разный совершенно масштаб. Вот это вот, ну, как бы доли микрона, а вот здесь вот десятки микрон, по сути. То есть вот глубина здесь получилась порядка, ну, где-то 1 микрона. Но это, скажем так, экстраординарная глубина, потому что более рядовые треки, вот здесь вот, здесь они еще показаны, тоже ISM-микроскоп. Здесь видно, что ширина порядка, ну, 4, наверное, микрон, и вот здесь порядка 2 микрон, а глубина – это какие-то там, ну, сотни или десятки нанометров. Вот здесь вот получилось, ну, где-то 30 нанометров. Вот здесь глубина разрушения слюды, ну, где-то порядка 40 нанометров. Еще мы видели какие-то, ну, непонятные такие образования. Вот здесь они показаны вот такими вот белыми участками, да. В электронном микроскопе они выглядят совершенно иначе, как абсолютно черные такие пятна. Мы так и не разобрались, что это. Это, на самом деле, так и осталось загадкой. К сожалению, вот времени нет про это рассказывать. Тут, на самом деле, с каждым кадром можно рассказывать какие-то там интересные истории, но времени нет. Значит, примеры фотографий, наконец, на DVD. Вот контроль, который стоял одновременно вот с экспозицией, да, просто вытяжки на расстоянии нескольких метров от реакторов, видно, что здесь, да, видна пыль, потому что, ну, там он не был защищен, этот диск. Но при этом в том диске, который находился рядом с реактором, видны вот те самые треки, ну, помимо той пыли, которая на него также падала. Да? Вот это в 10 сантиметрах от реактора «Дятел», от реактора с водяным разрядом. Значит, вот треки-близнецы, это тоже все на DVD, это просто снято в оптический микроскоп. Вот два этих кадра наверху – это разные участки. Они, правда, расположены там довольно рядом, где-то в пределах, может быть, сантиметра. Вот такая вот галочка здесь и галочка здесь. Мы видим, что форма практически идентична, но это разные треки. И если мы посмотрим с большим увеличением, мы увидим, что вот здесь один рисунок периодического трека с определенным шагом. Здесь другой рисунок периодического трека, тоже с немножко другим шагом. То есть видно, что это разные треки, но тем не менее, в, скажем так, в макромасштабе, то есть в масштабе там, миллиметров, сантиметров, они имеют практически одинаковую форму. И вот интересно было посмотреть, конечно, в электронный микроскоп, что из себя эти периодические треки представляют. Вот мы взяли, например, вот эту вот точку, ну, голова этой галочки, да, вот там, где что-то то ли отражается и дальше идет, то ли там из этой точки выходят вот эти два рукава, да. Значит, вот оптический микроскоп, вот ISM, вот электронный микроскоп. Ну, видна какая-то, здесь какое-то углубление, сложно сказать его глубину точно, да, мы вот снимали, вот здесь смотрели профилограмму вот по этой вот линии, получилось, что глубина, ну, сотни нанометров, ширина здесь, в принципе, тоже можно оценить, вот ширина вот этих вот углублений порядка 5 микрон, ну, такой характерный, короче, размер.
Мы пробовали, на самом деле, здесь еще смотреть, вот когда мы на электронный микроскоп это относили, мы пробовали посмотреть, нет ли здесь каких-то других элементов. Ну, каких-то откровений мы не получили, никаких существенных изменений состава не было видно. Вот, сразу скажу, что вот когда на фотопленке, вот предыдущий этап исследований, когда я пробовал эти птички исследовать, там тоже, к сожалению, я не нашел, я пробовал находить там другие элементы, на электронном микроскопе тоже не нашлось. Вот структура трека на DVD, вот уже в той части, где вот эти две параллельные лыжни как бы начинают расходиться. Вот видно, вот уже при таком увеличении видно, что абсолютно идентичные периоды, да, причем они идентичны не только в рамках одной вот этого следа, но и в рамках параллельного следа, да. Вот дальше, при большем увеличении, это еще лучше заметно. Вот смотрите, в какой бы участок мы здесь не ткнули у этих двух соседних треков, вот абсолютно-абсолютно одинаковые структуры видны, вплоть до разрешающей способности электронного микроскопа, а это в данном случае десятки нанометров. То есть здесь сразу возникает намек, что здесь мы имеем дело с каким-то периодическим процессом, в котором участвует твердое тело. То есть оно от шага к шагу, от периода к периоду не меняется, проявляет себя именно как твердое тело. И, наконец, что мы увидели в плане статистики, то есть действительно ли связаны вот эти треки странного излучения с работой реакторов Лендера. Оказалось, да, что на этот ответ мы ответили положительно, что в зависимости от расстояния до реакторов длина этих, суммарная длина этих треков, которые мы считали, она, конечно, падает на два порядка. Вот есть, можно выделить ближнюю зону, можно выделить дальнюю зону. В дальней зоне мы наблюдаем некое фоновое странное излучение. Там тоже появляются треки, но их вот буквально, вот смотрите, здесь на расстоянии больше 30 сантиметров, например, да, это вот на слюде, ну, это десятки миллиметров на один образец. Вот если посчитать, сколько в среднем треков получается вблизи реактора, ну, получается порядка 1000 миллиметров на образец. Ну, слюда у нас быстро закончилась хорошая, тут экспозиции не так уж много, но мы набрали достаточную статистику на DVD. И она подтвердилась, что действительно на расстояниях до 20 сантиметров наблюдается в среднем 1000 миллиметров на одну болванку. Вот если все сложить вот эти вот треки, да, посчитать, сложить. И в дальней зоне получается, ну, на порядок на 2 меньше. Что мы еще увидели? Во-первых, вот смотрите, какой доверительный интервал огромный. Это как раз проявляется тот эффект, о котором я уже упоминал. То пусто, то густо. То есть даже когда мы ставим эти чувствительные материалы рядом с абсолютно стабильно работающим реактором. Вот в одну неделю реактор стабильно работал, выдавал там в среднем какой-то коэффициент. В следующую неделю абсолютно так же стабильно работал, выключался никель-водородный реактор, но при этом суммарная длина треков, которая накапливалась в ходе экспозиции, она могла быть в одну неделю, там, условно говоря, на одну болванку там, 10 метров иногда заходила суммарная длина треков, а в другой вообще там по нулям практически. И вот дальше я аналогичный график приведу, как меняется вот эта вот длина треков от экспозиции, от времени. Да? Вот в зависимости от расстояния. Мы здесь не набирали прям вот такую подробную статистику, но вот типичная картина, что ставили диски вот на таком расстоянии 5 сантиметров, 10 сантиметров, 20, 30 и так далее от реактора. И большие значения получались только в пределах 10 сантиметров. Дальше таких значений просто мы не видели. Вот если последовательно показать вот эти результаты DVD и опыта и контроля, видно, что вот видите, здесь там на первый диск, да, нападало порядка 9000 миллиметров. Это вот на один диск, только вот если посчитать вот эти суммарные треки. Там дальше еще был такой же удивительный там диск, да. Но в среднем это были, ну, порядка там 1000 миллиметров на диск. Но видите, какая вариативность большая. Где-то вот совсем не было, где-то было там больше. А контроль показывает тоже вариативность, но уже, вот, соответственно, на порядок 2 меньше. То есть там тоже вот это вот фоновое излучение, будем его так называть,
то пусто, то густо. То есть вот что реактор, что непонятный источник в случае фонового излучения, они ведут себя, ну, вот так вот не очень удобно для экспериментов, потому что нужно набирать статистику, нужно работать именно с десятками экспозиций, чтобы сделать хоть какой-то вывод. А вот, ну, собственно, про это я уже сказал, да, что длина треков сильно варьирует от экспозиции к экспозиции, причем на порядок. Вариации есть как в ближней, так и дальней зоне. Но вот здесь на самом деле можно легко отличить вот те контрольные эксперименты и опытные. Да? То есть вот большое число треков, если взять условную границу 500 мм на вот эту болванку одну, возникает только в ближней зоне. То есть дисков, у которых было бы много треков, которые бы лежали где-то в контроле, вдали от реакторов, мы просто не видели. Это очень важно. И мы не находили закономерности в вариации от времени и расположения диска в ближней зоне. То есть вот как вы там диск не располагаете, там вверх направляете, в сторону там, и так далее, там все равно вот никакой системы, где треков больше, где треков меньше, не было. А неравномерность треков – еще такая удивительная вещь. Вот, ну, наверное, физики-ядерщики знают, что если вы располагаете рядом с радиоактивным образцом ну, вот типичную ядерную там, какую-то эмульсию, там, типичный какой-то детектор, позволяющий смотреть проникающее излучение. Ну, понятно, что каждый трек, он как-то там летит себе, да, случайным образом, но в целом набирается какая-то картинка, которая, ну, которую можно анализировать, она более-менее гладкая. Здесь и этого не происходит. Треки распределяются по носителям вовсе не сплошняком. Они группируются в виде групп площадью порядка 1 квадратного сантиметра. И тоже никакой закономерности мы здесь не нашли, как бы не анализировали расстояние от реакторов, там другие какие-то геометрические факторы. Но интересно, что внутри данного пятна, ну, площадью порядка квадратного сантиметра, наблюдаются как раз вот эти группы треков-близнецов. То есть у каждого пятна там свои близнецы. Ну и некоторые выводы вот из этого этапа, что ближняя зона реакторов действительно является источником странного излучения, условная граница 20 сантиметров. Есть другие источники, пока непонятно какие, назовем это фон. Там интенсивность треков получается на порядок на 2 меньше. И поскольку вот эта неравномерность присутствует и в расположении этих треков, и в том, как они по времени появляются, ну, возникло предположение, что мы имеем дело с некоторым случайным фактором. Ну, некий, условно говоря, катастрофический фактор, который проявляется далеко не всегда. И мы ловим следы вот этих вот каких-то относительно редких катастроф. Ну, потому что вот если реактор работает месяцами в совершенно стабильном режиме, да, там ничего такого у него не меняется. Но треков, то они там есть, то их там нету. Ну, то есть есть некий внешний фактор, который помимо Ленр здесь участвует. Мы его пока не нашли. Было интересно, конечно, посмотреть, что с экранированием и, ну, в плане защиты, да, вот как нам защититься от этого странного излучения. Два типа реакторов использовалось. Первый – это тот же «Дятел», немножко усовершенствованный. Вот здесь ссылочка есть, где описание его приведено. Вот опыт номер один с экранированием. Мы располагали вокруг этого «Дятла» группы DVD-болванок, и часть стояли просто одиночно, часть закрывали друг друга, то есть они сплошняком затылок смотрели, и пару дисков мы еще заворачивали в фольгу сплошняком. Вот видно, что когда три диска подряд, треки появились только на ближайшем. На остальных чуть-чуть, ну, я бы не сказал, что чуть-чуть, но там меньше, там в разы получилось меньше вот на этих вот закрытых первым диском, да, дисках. Диски, которые были завернуты в фольгу, они не имели вообще треков. То есть вот без фольги треки есть, а диски в фольге, ну вот на уровне там контроля, по крайней мере, да. Ну, контроль не показал треков. Вот это было на самом деле удивительно, потому что, ну, как-то вот уже многие исследователи замечали, что вроде как это странное излучение обладает очень большой проникающей способностью. Ну, хотя бы потому, что обычно ведь вот эти фотоматериалы их экспонируют рядом с реакторами, не вскрывая. То есть вот рентгеновские пленки в черной бумаге, там еще много слоев. Тут мы видели неожиданно такой эффект, что вы буквально закрываете фольгой, и все хорошо. Но
Есть одна особенность, дальше я про нее расскажу. Вот второй опыт, мы просто ставили рядом с реактором вот по три такие, ну, точнее, по три диска в двух стопках, и тоже видели, что только на верхних появляются вот эти треки, а те, которые внизу, они, получается, что оказываются защищенными. Контроль снова ничего не показал. Третий опыт мы повторили вот эти вот стопки, но еще закрыли дополнительно экраном. Ну, то просто такой пластиковой коробочкой, в которых эти диски продаются. Но оказалось, что экран тоже защищает. То есть вот уже здесь на всех трех дисках практически было фоновое значение, а стопка без экрана, первый экран по-прежнему показывал что-то такое большее. И еще было интересно, ну хорошо, вот что-то там летит от реактора, а оно летит по прямой или как-то еще. И вот такой еще такой небольшой эксперимент. Два диска, один из которых был закрыт коробочкой, но с вырезанным окошечком. Ну вот мы не увидели на нем треков, а в соседнем диске, который не был защищен, треков было много. И, наконец, эксперименты с последействием, которые я считаю очень важные. Здесь статистики было немного, но мы, по крайней мере, подтвердили те результаты, о которых я в самом начале говорил, когда Уродскоев брал вот эту воду после электровзрыва и рядом с этой водой помещал фотоматериалы и находил там треки. Значит, у нас были такие предпосылки, что если оценивать скорость накопления треков, не просто считать, сколько их там получилось, да, вот сколько их за определенный промежуток времени там накопилось, а мы ведь можем делить на либо на время экспозиции, то есть сколько вообще календарно там стояло, ну, обычно экспозиция длилась неделю, либо делить на время работы реактора. Понятно, что никель-водородный реактор, вот как он работал, так и работал, а реактор «Дятел», его включали и выключали, он не работал долго. И вот при анализе вот игрались с цифрами так и так, вычисляли, оказалось, что скорость накопления будет примерно одинаковой у этих двух типов реакторов, накопление вот этих вот треков, если принять во внимание именно время экспозиции, а вовсе не время включения реактора. И вот был использован реактор поверхностного разряда. Это еще один тип реактора, который Александр Георгиевич делал. Он описан вот в конференции 2013 года. То есть разряд здесь был уже на поверхности воды. И этот реактор тоже работал буквально какие-то считанные минуты. Потом нужно было доливать воду и так далее. То есть это не был реактор, вот, который работал неделями и месяцами. И вот первый эксперимент. Мы сделали так. Мы вот 5 минут во время работы реактора, два диска стояли рядом с этим реактором. Затем реактор выключался, эти диски убирались, и на их место ставились другие на сутки. Вот R1 и R2 – это то, что работали рядом, то есть стояли рядом с работающим реактором. Дальше на сутки рядом с выключенным реактором, что важно, мы поместили диски P1-1 и P1-2. Дальше снова их убрали, на их место поставили еще два диска на двое суток, опять-таки возле неработающего реактора. И дальше еще на последующие сутки еще диски P3-1 и P3-2. Ну и, конечно, был еще контроль. Что показал этот эксперимент? Значит, если посчитать суммарную длину треков на всех этих дисках, оказывается, что наибольшее число треков наблюдается у тех дисков, которые стояли уже после там, ну, где-то двух суток после выключения реактора. Какие-то набирались даже за те 5 минут, то есть вот те два рабочих диска, да, они что-то набрали даже за те 5 минут во время работы реактора. Ну, а дальше это накопление, оно постепенно спадает. И вот если пересчитать это уже в скорость накопления суммарной длины треков, то есть миллиметров в час, сколько там накапливается этих треков, то видно, что максимальная скорость оказывается как раз у рабочих дисков, вот за 5 минут, но с большой скоростью они накапливают какие-то треки. Дальше уже постэффект на первые сутки, на вторые, третьи сутки, и уже после там трех суток, так сказать, треки сходят на нет. Мы пробовали повторить эксперимент. Вот второй эксперимент показывал, ну, аналогичный, на самом деле, протокол здесь. Он показывал не такую красивую картинку, но, тем не менее, не противоречил результатам первого эксперимента. То есть мы тоже видели большие длины треков у тех дисков, которые стояли вот в данном случае через двое суток
мы ставили, вот один диск показал из них заметное число треков, характерное именно для работы реакторов. Вот если опять-таки посмотреть на скорость, тут видно, что скорость максимально получается, что вот уже на постпроцессе. Но я хочу здесь сразу заметить, что статистики здесь практически нету. Да? Это скорее ну, такие поисковые эксперименты, которые заставляют задуматься. И прежде всего это как предупреждение экспериментаторам, что если вы работаете с реакторами и вы подозреваете, что они являются источниками странного излучения, пожалуйста, имейте в виду, что вы выключили реактор, а на протяжении нескольких суток еще, по крайней мере, из этого реактора выходит что-то, что оставляет треки. Вот это вот очень важно, это нужно иметь в виду. Вот опять-таки в плане экранирования. Мы посмотрели на фольгу, то есть мы экспонировали еще и фольгу. И тут, конечно, возникает понимание, что если на фольге тоже возникают эти треки, если вы этой фольгой закрываете вот эти диски, то понятное дело, что треки, они ведь идут вдоль поверхности. Вот это еще одна характерная особенность этих треков, в отличие от проникающего, известного там, альфа, бета, гамма, там, нейтронов и так далее. Вот все эти треки строго идут вдоль поверхности. Еще маленькое замечание, что мы в ходе этого исследования не работали с микрократерами, мы не работали с точечными треками. Просто методика была заточена именно на протяженные треки, чтобы их можно было легко посчитать. Вот характерные треки на фольге. Здесь вот это не видно, а вот в следующих кадрах уже видно, что каждый трек, вот, он немножко проминает фольгу. То есть это действительно воздействие на поверхность. Фольга обычная, пищевая, 10 микрон толщиной. И вот каждый трек, если подобрать так вот освещение при съемке, видно, что это такая борозда. Вот это не просто ну, вот в той части вот, ну, шириной там, несколько микрон, да, где действительно этот след виден, а это проминание, действительно проминание фольги. Вот, вот здесь вот достаточно хорошо видно. То есть некое силовое воздействие происходит на материал. Вот еще две такие борозды. Вот это вот, очевидно, треки-близнецы. Вот совершенно такая борозда. Причем, вот смотрите, здесь по краям с нее еще сходят другие треки. Вот что это такое, я не понимаю, честно скажу. Значит, но при этом не сплошной экран из фольги не защищает. Мы делали как? Мы ставили, вот когда мы использовали DVD-болванки, рядом вот с тем никель-водородным реактором, он же горячий, здесь температура, ну, там, больше 1000 градусов. Понятно, что если рядом поставить DVD-болванку, поликарбонат, он просто расплавится, сгорит там, а расстояние здесь 5 сантиметров. Мы просто брали шторку из фольги, и она защищала, по крайней мере, от теплового излучения. Но при этом не защищала от странного излучения. Вот здесь, при такой схеме эксперимента, когда вроде бы напрямую у вас тут все закрыто, да, ну, в пределах вот этого направления, но здесь наблюдались треки в большом количестве. То есть вот такой парадокс. С одной стороны, мы видим, что сплошные экраны защищают, по крайней мере, от треков, да, но при этом мы видим, что, во-первых, эти треки, ну или не треки, а странное излучение, да, проходит через корпус реактора, он же не с дырками, да, там многослойная защита, чтобы просто оттуда, ну, так сказать, там вакуум, там водород и так далее. Вот те же самые даже реакторы водяные, они тоже были герметично закрыты. А получается, что странное излучение проходит через корпус этих реакторов и через какие-то вот эти защитные, по крайней мере, шторки проходит. Такие промежуточные выводы, они такие действительно предварительные по экранированию и последействию, что мы можем сказать, что треки странного излучения, их можно нивелировать, если делать сплошные экраны. Там можно пластиком защищать, коробочками, можно фольгой. Одна близко расположенная поверхность, вот, допустим, два диска, которые вот вплотную друг к другу стоят. Да? Вот один диск хорошо защищает поверхность другого. Но при этом странное излучение накапливается в веществе, по крайней мере, ну, наверное, в каком-то материале самого реактора, и постепенно, постепенно из него выходит даже после выключения ну, вот, активного фактора этого реактора. И у меня осталось всего ничего, если по времени смотреть, да, ну, условно говоря, 5 минут, я успею рассказать не очень много. Ну, вот что касается природы этих треков. Я знаю, что у каждого экспериментатора и у каждого теоретика свое представление о том, что же такое странное излучение. Это хорошо, должны обсуждаться все идеи. Но вот, на мой взгляд,
вот анализируя эти тысячи и тысячи фотографий, да, пришлось насмотреться на эти треки, уж поверьте, очень много, значит, появилась гипотеза, что треки – это результат движения некоторых частиц. При этом это не элементарные частицы, в отличие от там, альфа, бета, гамма и так далее. Ну, даже альфа-излучение тоже не элементарная частица. Но речь идет о неких твердых частицах, твердое тело микронного размера. Вот дальше я проиллюстрирую это отдельными фотографиями. При этом гладкие треки, вот те треки, которые я в основном считал, это ну, в 95%, а может быть и больше, это гладкие треки без периодов, без внутренней такой структуры. И на микроскопах это тоже хорошо видно, что там нет периодов. Это поступательные движения этих частиц, когда эти частицы как бы тащатся по поверхности, а периодические треки, когда они начинают катиться. И вот здесь несколько кадров буквально, как раз переход линейных треков периодически. Вот смотрите, здесь я не знаю, откуда, куда двигалась частица эта, да? Ну вот здесь у нее гладкий такой интервал движения, а тут она как бы кубарем покатилась. Вот здесь вот при большем увеличении это лучше видно. Причем видите, что вот этот вот периодический трек, вот он действительно здесь период у него повторяется абсолютно, абсолютно точно. Вот та фотография из исследований Шишкина и коллег, о которой я говорил, вот здесь тоже, если присмотреться, вот здесь наблюдается то же самое. Вот здесь вот что-то тащится по поверхности, тут оно срывается в такой кубарем, да, ну, можно так себе представить, а тут заканчивает еще тем, что создает такую воронку, кратер. И вот дальше, видимо, еще продолжает свое движение. То есть вот, вот эти вот микрократеры, ну, я пока не знаю, как здесь можно интерпретировать, да, очевидно, что это тоже форма движения этих частиц. Может быть, они просто, ну, под таким углом прилетают на эту поверхность, что они уже дальше не могут двигаться вдоль поверхности. Ну, это просто гипотеза. Вот еще пример, да, вот здесь видна группа треков близнецов. Если присмотреться, вот опять-таки такая форма, буквы J, наверное, большое. Вот таких треков здесь много. И если с большим увеличением это посмотреть, вот видно, что вот эта крышечка буквы J, вот здесь она гладкая, это разные треки. А вот здесь мы видим периодическую структуру. И то же самое вот здесь вот на скате, да, вот вроде частица двигалась, потом раз, как бы совершила такой кульбит, поворот оставила след, снова попыталась двигаться поступательно, снова перевернулась и так далее. Ну вот можно на самом деле в рамках этой гипотезы просто оценить, а с какими силами прижимается эта частица. Причем обратите внимание, вот если бы это были обычные совершенно частицы, ну не знаю, пылевые, еще какие-то, как в этом случае, какие треки мы бы видели? Ну может быть кратеры. Какие-то повреждения, но точечные, потому что если такая частица прилетает вот на твердую поверхность, да, она должна, ну, например, отскакивать или там прилипать. Но вот такая ситуация, что эта частица на протяжении миллиметров, а иногда сантиметров, вот так вот бороздит поверхность материала, тут нужно просто предположить, что существуют какие-то силы, которые прижимают в ходе этого движения эту частицу к поверхности. Эти же силы, собственно, они ну, движут эту частицу вдоль поверхности и разрушают этот материал. Вот если мы примем по характерной ширине треков ну, 5 микрон, да, то есть, вот, условно говоря, площадь вдавливания получается 5 микрон, возьмем предел прочности вот того же поликарбоната 50 мегапаскалей, мы получим, что сила, с которой эта частица должна прижиматься к поверхности, 1000 ньютона, либо 0,1 грамма силы. Ну, для вот такой микрочастицы микронного размера это очень большая сила. Несравнимо просто с ее весом. Вот подтверждением того, что там действительно речь идет о больших силах, вот я показывал вам до этого фотографии на фольге, где вот прямо видно было, что это вот трек просто проминает поверхность, да. Вот здесь это на DVD-болванке, вот на протяжении тех самых повторяющихся треков, абсолютно одинаковых, да, вот были видны еще такие трещины, микротрещины. Это подтверждает то, что вот на самом деле речь идет о каких-то усилиях, которые разрушают поверхность не только в месте, где вот эти следы, ну, отпечатки появляются, да, но и вообще вот окружающие эти треки, окружающий материал, он подвержен определенным ну, таким вот воздействиям силовым. Ну, остаются вопросы, очень много вопросов на самом деле.
природа этих частиц, да, вот если уж ты вводишь какие-то твердые частицы для объяснения, что это за частицы, из чего они состоят, вот обратите внимание, периодические треки говорят о том, что эти частицы не только твердые, они еще достаточно, ну, прочные. То есть вот на протяжении тех миллиметров, где эта частица оставляет следы, вот эти следы абсолютно одинаковые. Это означает, что частица, вот, допустим, она катится по поверхности, да, оставляет вот свой вот такой вот периодический след, она не разрушается. Вот это очень важно. Вопрос, а природа этих сил, что там, магнитная, электромагнитная, электростатическая, еще какое-то, пока знак вопроса. Как возникают, что такое треки-близнецы? Вот у меня, вот сколько я с 2008 года смотрю на эту проблему, да, я разглядываю эти треки, и я не понимаю, как они возникают. Вот. Очень сложно понять. Почему треки идут группами? Почему внутри каждой группы свои близнецы? Я тоже не понимаю. От чего зависит вариативность интенсивности треков? Тоже знак вопроса. Но эта гипотеза порождает схему эксперимента, которую я уже, наверное, года полтора, так сказать, предлагаю. Вот мы закончили наши эксперименты в лаборатории КИТ, к сожалению. А на, так сказать, на языке вертится вот такая схема эксперимента. Вы подвешиваете ту же самую там, или DVD-болванку, или легкий листочек фольги, вешаете рядом с реактором, и тогда, если действительно на эту поверхность действуют силы, то тогда у вас будет просто момент сил, который будет приводить к каким-то движениям вот этого подвешенного тела. И интересные эффекты параллельные, которые можно тут сразу же привести, это поведение крутильных весов от неустановленного фактора, который многие исследователи замечали, и так называемый эффект форм. Вот буквально еще, может быть, пару минут, я тут эти слайды быстро пролистну. Ну, просто перечислены некоторые фамилии знаковые, кто экспериментировал с крутильными весами, пытался крутильными весами найти вот эти, ну, скажем так, неизвестные излучения, да. Это и начиная с Мышкина, конец 19 века, это последние исследования, которые вот сейчас, я надеюсь, они продолжаются, Панчелюга, Степанов. Значит, ну, нет совершенно времени описывать эти эксперименты, можно это все найти в публикациях. Вот типичный эксперимент Торсинт, это такой очень-очень легкий диск, подвешен на такой ниточке тут у вас шелкопряда, у него особенные совершенно такие свойства, у них нет противодействия, то есть этот диск может закручиваться, если медленно, он может закручиваться в одном направлении практически без отдачи, то есть ну, на любой угол. А дневной ход таких часов был замечен, что вот вскоре там после восхода солнца, при этом, разумеется, никакие солнечные лучи не попадают на этот диск Торсинда, наблюдается, значит, поворот в одну сторону, потом в другую сторону. Реакция на астрономические события тоже была замечена, самые разные, ну, в основном там затмения Солнца наблюдались. То есть вот 4 здесь, даже 5 параллельно работало приборов, независимо друг от друга, и они практически синхронно реагировали каждый в свою сторону на различные моменты солнечного затмения, это 2003 год, эксперименты Пугача. И еще наблюдался такой эффект, который вот очень важен в связи с тем, что я только что сказал, так называемые спайки. Это такие повороты этого диска, ну, множественные повороты, которые идут в одну и ту же сторону и не прекращаются в течение часов. Вот здесь, например, 29 поворотов этого диска, а это все достаточно медленный процесс. Это не значит, что вот он прям закрутился там и очень-очень быстро вращался. Нет, медленное движение, но в одну и ту же сторону. Вот это похоже на то, что в этом эксперименте предлагаемом я и рассчитывал увидеть. Вот еще там целое, значит, в течение одного месяца, да, вот как эти спайки наблюдались, вот эти вот длинные, ну, точнее, глубокие уходы по углу, вот это как раз то, что называется спайками. Ну, вот реакция еще на циркуляцию воды, но здесь, к сожалению, времени у меня уже нет это описывать. Это лабораторная установка, где на начало движения воды, эксперимент Степанова и Панчелюги, откликался этот Торсинт своим поворотом.
И просто упомяну, что эффект форм – это влияние формы тел на протекание химических, физических и биологических процессов. Используется в конструкциях, там, наверное, половины торсионных генераторов, они все устроены очень как-то по-своему, но практически везде используются вот эти конусы, какие-то пирамидки. В связи с чем я это говорю? Если у нас это странное излучение любит двигаться вдоль поверхности, то получается, что рядом с телами наблюдается какое-то характерное движение, ну, которое зависит от формы этой поверхности, характерное движение вот того агента, который там движется. Да? И вот, ну, может быть, один из последних сегодня слайдов касательно ее швейника, так называемый. В чем заключался эксперимент? Располагались такие пластины, уже не помню, алюминий или железо, где вдоль их вот продолжения направляющих, такой вот как бы по касательной, ставилось, подвешивалось некое тело, и оказывается, что оно закручивалось немножко. Вот здесь, по идее, это все в русле тех представлений, что у нас вдоль этих поверхностей что-то движется, и, срываясь с края этой поверхности, оно может оказывать силовое воздействие, ну, опять-таки, касаясь вот этой поверхности, пробегая по ней, этого центрального подвешенного тела должно воздействовать на него, как вот на такой крутильный маятник. Ну и некоторые выводы вот так в целом ко всему докладу, да, значит, ну или вот, по крайней мере, к этой части треки оказывают заметное давление на поверхность тел. Это видно просто невооруженным глазом, точнее, в микроскопе это видно. И такая вот еще одна гипотеза, что, возможно, треки – это проявление некоторого возбужденного состояния, некоторой скрытой материи. То есть в обычном состоянии эта материя практически, ну, никак не проявляется, но в какие-то моменты времени, в какие-то случайные, ну, когда складываются условия, которые, возможно, возникают в том числе и в Ленор-реакторах, мы видим некоторое возбужденное состояние этой материи, которое проявляется как вот те самые треки. И, возможно, эффект формы и поведение крутильных весов – это проявление вот того самого невозбужденного состояния некоторой материи. То есть когда эта материя продолжает двигаться, но она еще не возбуждена, она как бы еще не настолько проявлена, чтобы вот так вот бороздить вот эти поверхности материалов, но тем не менее оказывает некоторое силовое воздействие на материалы. Некоторые ссылки – это вот те исследования, о которых я даже не упомянул, ну, просто не хватило времени. И так, я думаю, что доклад пересыщен просто информацией. Вот заранее прошу прощения, что вот так вот много всего вывалил вам сегодня на голову. Значит, ну, думаю, презентация, она будет выложена, можно будет внимательно на все это посмотреть. Огромное спасибо за внимание. Спасибо. Владислав, спасибо за доклад. Действительно, доклад насыщенный. О многом ты упомянул, но еще о большем не упомянул. Да, конечно. Это естественно, потому что процесс очень сложный. Друзья, значит, вот тут уже... Сейчас мы задаем вопросы. Я еще раз напомню, как это делать. Уже многие знают, вот уже два человека вопросы подняли ладошки. Я еще раз напомню, надо нажать на линейке кнопок зума, нажать на участники у себя, и тогда справа у вас развернется такое полотенце, на котором вы сможете, нажав на свою фамилию, поднять ладошку. Там такой вопросик возникнет. Значит, вот у нас человек задали вопросы. Значит, вы Цветков Заречный. Пожалуйста, Сергей, задавайте. Владислав, у меня вопрос такой. Вот есть такая наука, называется дозиметрия защиты от ионизирующих излучений. Вы ее изучали? Нет, не изучал. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Советую очень. И все вопросы, в основные, которые вы тут задаете по странности излучения и по его характеристикам, во всем, я думаю, снимутся после изучения вот этой вот науки. Все. Спасибо. Но это не вопрос, это, Сергей, это замечание. Нет, я вопрос задал. Ну, вопрос, да, вопрос такой. Да, вопрос был, в общем-то, да. Спасибо. Значит, Никитин Анатолий Ильич задает вопрос.
Станислав Анатольевич, спасибо за очень интересный доклад. Действительно, информация колоссальная, думать надо постоянно. Единственное, что вас прошу, все-таки берегите себя, потому что вот статистика плохая, люди, которые с этим работают, ну, Ивлева даже взять, люди, в общем-то, уходят, вы берегитесь. А вопрос у меня такой, влияет ли на движение частиц электрические поля? Проверялось ли это кем-то? Скажем, электрическое поле вдоль поверхности диска, если вы прикладываете, влияет ли на ход движения частиц ваших? А, спасибо, хороший вопрос. Мы пробовали это экспериментировать с Пархомовым, но там было буквально, может быть, пара экспериментов, и каким-то выводом мы не пришли. То есть это нужно изучать. Так вот, я навскидку, может быть, я что-то просто забыл, навскидку я не помню, чтобы это в публикациях еще у кого-то было. То есть магнитное поле еще вот в первой публикации у Рудского он применял и говорил, что модифицируется форма треков. Правда, я так и не понял, ну, как именно там модифицируется. Была всего лишь одна такая фотография, не очень понятная. Вот. Многие говорят, что магнитное поле, по крайней мере, влияет. Это больше, так сказать, поддерживает гипотезы магнитных монополий. Но электрического я просто вот не могу сейчас назвать таких публикаций, где бы это было. Спасибо. Ну, Анатолий, еще есть вопрос. Не, я просто продолжу. Действительно, это очень интересно, потому что это легко объясняет близнецы, которые движутся совершенно синхронно, частицы одинакового заряда, неважно, значит, электрического или магнитного, и движение зеркальное, когда они идут в разные стороны, это значит две частицы, имеющие разный заряд, электрический или магнит. Так что вот это поле, которое надо исследовать, это очень интересно. Спасибо. У нас, значит, Никитин задал вопрос. У нас есть два представителя, которые на английском говорят. Я надеюсь, что Влад, ну, попробует как-то вот понять и ответить. And I ask you, our foreigner participants of our webinar, to put your questions, please, very slow, very clear, very short sentences, if it's possible. Maybe Andras could put your questions in Russian, if it's possible. Okay, Andras, first Andras, put your question, please. Да, спасибо. Я постараюсь по-русски спросить. В прошлом вебинаре господин Чижов, он думал, что на CD-диске трек – это плавление материала. И как вы думаете, это возможно, по вашему мнению, или невозможно, что то, что мы видим, это в тех местах плавление материала CD или DVD-диска? Я думаю, это вполне возможно. Тут сложно отличить плавление от разрушения такого, ну, холодного разрушения. Да? То есть мы можем оценить энергию. В принципе, этой энергии может хватить и на расплавление. Но дело в том, что если вернуться вот к тем фотографиям, где абсолютно одинаковые отпечатки вот этих вот периодических структур прямо вот с точностью до нанометров, наверное, если бы там было расплавление, это было бы не такой четкий рисунок. Это вот единственный мой аргумент против гипотезы расплавления. Но, в принципе, энергии наверняка там должно хватать и на расплавление. Спасибо. Спасибо. Ответ получен. Напомню, что вот Влад Жигалов... Спасибо, во-первых, Андрошу за этот вопрос. Я напомню, что вот Влад Жигалов в своем выступлении, он и закончил он свое выступление тем, что он пытался как-то протянуть ниточку между торсиндами и вот этим неизвестным излучением. Таким образом, Влад, по сути дела, отбрасывает в сторону идею химического, я бы так сказал, воздействия вот этих частиц на материал детектора и считает, что это осуществляется с помощью вот такого импульсного воздействия, то есть механического воздействия. Но, конечно, по-видимому, в реальности есть и то, и другое. Так, спасибо за ответ и спасибо за вопрос. Боб Гринье, your question, but slow, clear, short. Thanks. Put your question, please. Switch on your microphone.
Switch on your microphone, Bob. Okay. I've got it on now, I think. Can you hear me? Yes. Okay, can I share my screen? I just have three questions. Yes, you can. Okay, so let's see if I can find something to share. Okay. Is that sharing? Yes, we see your screen. Okay. So this is a test done, it's a tribology test, and it's using a piece of grain or dust or something. And it's essentially where you have three surfaces and you have a difference in hardness of the surfaces and you have them moving over each other. And I think that when we're doing these kind of analysis, we need to be aware that this is a criticism and it can produce these regular tracks. Now, Bogdanovich has showed that the plasmoids can form crystal structures, and I have seen similar. Put your question, please. My questions are, has Mr. Zhigalov done the tests with DVDs and trying different pieces of dust and sand and moving them over each other? So that's my question one. Okay, if I understand, it's just wood. What is the scale of these photos? This is done by a third party. So they had just tried to do a control test using various materials and moving one over the other with bits of sand or grit in between them. Is this wood or other material? I don't know. I did not do these tests. So my question specifically is to you. Have you taken some DVDs and got some dust particles in there and moved them around? No, we don't test this kind. But I see a very interesting model of this track. Maybe we have some effect, like moving maybe very great, very big object upon the material, but we don't have this object itself because the method. Влад, он тебя спросил, это у тебя может быть пыль такая. Вот попробуй про пыль что-нибудь я сказать. Я понял, да. I see. We testing, we are trying to test if the dust is this kind of particles that moving on the surface. We are searching what length, summary length of tracks what was on the dusty surface and not dusty surface. We didn't see any differences. Of course, we are thinking about what kind of particles we here see. I don't think that it's just a dust. It's something more, the difference, something more strange. Okay, so my second question is this. Do you want to translate that into Russian? And Mr. Zatalepin, do you want to translate that into Russian? My presentation? Он пробует задать вопрос сейчас, второй вопрос. Меня, что мне... Your second question, please. Okay, my second question is, in 2017, we observed this structure in a lion reactor, and the individual
marks like these that appear to be similar to the birdie type structure, where you have a tail and the wings splay out a little bit on the top. I don't know if you can see that, but this looks like a group cluster. And in a separate experiment using cavitated water, we used a webcam covered in PTFE tape, exposed to this material that was several weeks after being exposed to high power ultrasonics in water. And we detected on the CCD this CCD here, a track which was exactly morphologically the same structure. And it was the same scale overall. So this is from the CCD, we can determine that this is 100 microns in length. And this is detected on the CCD. And this is in a separate experiment where these wing structures seem to form exactly the same pattern. My question is, have you tried using the CCD technique? Because this removes the doubt about three-body interactions, the tribology effect. Have you considered using the CCD? Bob, I don't understand what CCD is. A charge coupled device, a web camera. Can you see my web camera here? Okay. This web camera was covered with polytetrafluoroethylene tape, and it was exposed to ultrasonically produced fuel. Mm-hmm, mm-hmm. Well, after produced like this, you can see here. And we used a piece of software to capture changes in the intensity of light output from the device. So this is one track, but it's a different aspect. This is two track lengths. Mm-hmm. And this is one. But because the CCD is very thin, it spends little time in the CCD. And so we only achieved one full track here. And from knowing the size of the CCD and each pixel element size, we can calculate that the length of the track is 100 microns, which happens to be basically exactly the same as this track, which is composed of... Bob, you put your question and... My question is, has he considered using the CCD webcam to do this detection? Mm-hmm. And his answer is no. So my third question is... Just a moment. The answer is Vlad didn't use the CCD because we have tried. We have tried the webcam, but with no result. We didn't see something interesting, but I think that these techniques is very interesting. It should be used. Did you cover the CCD with the PTFE tape? No. So I would consider doing that because that's a separate. Now, the last one is I need to change my shared screen. So let me see if I can do that. I need to, how do I do this? New share. Сейчас он презентацию поменяет. Другой рисунок надо показать. Да? Okay. Bob, maybe a little later. We see. Can you see it here? So firstly, this is a nickel coil, and you can see the self-organized plasmas around it. On the open end, we get a very large ball lightning. This is the anode. And you can see here we have a torus flying out, and there are many toruses flying out. But if you go through this video, we go through different sections, you can see similar tracks, but in kind of real time. So I'm wondering whether it is a similar effect. So you can see, maybe if I press play here. Firstly, you can see wiggles. And you can see often extreme changes in direction and also group changes. So you have a similar marks to you are seeing on your CCDs, but in real time. You see these wiggles? We got little wiggles here.
And we have a torus here. And these experiments are quite easy to replicate. They're quite dangerous, and we will be sharing the power supplies and so forth for you to replicate them. But you can see the same kind of kinks that you're seeing on your CCDs. And I'm wondering whether there is some sort of coherent matter that's flying out of the reactor, and they're connected in some field way, and they're able to make those marks. So it's just for your consideration, and I will publish these videos. Bob, your question, please. My question is, basically, are you interested in replicating this work? Okay. Very interesting. I don't understand yet the scale of this picture, of this video. So the ball of lightning here is possibly maybe 1 centimeter or less across. There's the smaller ones here. So typically, I don't know if you can see me, we're using electrodes of about this size. Bob, stop, please. Bob, stop, please. Yeah. I believe I can give you the email address of Bob Zhigalov, and you yeah. you may discuss your proposal to replicate your experiments by Bob Zhigalov himself. Okay, thank you. Okay, thank you for your questions. And и, пожалуйста, Бычков задает свой вопрос, Владимир Львович. Здравствуйте. Я хочу просто задать вопрос. Может быть, это уже все исследовано. И я, поскольку этим не занимался, поэтому он будет казаться каким-то наивным. Но тем не менее. Вот я вот посмотрел книжку Бориса Михайловича Смирнова «Физика глобальной атмосферы». И там показано, что сверхсильные до 6-гэвные частицы космических лучей пронизывают нашу атмосферу на нашей широте. При этом есть эксперименты, которые показывают, что происходит эволюция со временем, воздействием космических лучей. Если посмотреть на разные эксперименты, вот у Солина, у него параметры пучков были мэвными, даже больше. Так что ассоциации могут быть такие, что у нас проходят какие-то варианты космических лучей, не те, которые хорошо известны, вот нейтральные, а какие-то заряженные космические лучи с энергиями, ну, порядка там гэвов, там до десятка, до 14 гэв. Просто во всех справочниках не указывается, сколько они рождают в приземном слое. Поэтому я хочу спросить, вы не исследовали, не связывали свои исследования с исследованиями космических лучей, где могут быть сверхсильные энергии у частиц? Вот с такими исследованиями нет. Мы пытались, когда мы изучали вот вариативность изменения этих треков, связать это с какими-то атмосферными, может быть, явлениями. Там, помня, что мне вот Евмененко в Валерии советовал, что чтобы солнечный свет там как-то участвовал вот во время омагничивания, да, мы тоже пытались смотреть, солнечный был день или облачный. У Александра Георгиевича Пархомова тоже там результаты некоторые, не связанные вот с этими треками, тоже зависели от того, какая была погода. Значит, вот отвечая, собственно, вот на вопрос по поводу гэвных частиц, там, понимаете, сложно очень связать это с обычным излучением, пусть даже высокоэнергетическим, потому что вот эти частицы, которые мы более-менее знаем, их природу, да, они не ведут себя так, они не движутся вдоль поверхности даже изогнутого
материала, то есть вот, скажем, те рулонные, да, эксперименты с рулонной фотопленкой, там же явно этот материал движется по касательной к изгибающейся пленке. Когда мы смотрели следы на фольге, там тоже мы видели эти следы, вот там, где заканчивается эта фольга, там она, ну, она была приклеена к картонному основанию, вот там такой изгиб такой очень маленького радиуса. Вот там тоже мы видели, что эти треки, они соскальзывают, они вот идут туда за загиб. Представить себе, что какие-то частицы гигаэлектрон-вольт заряженные или нейтральные так себя ведут, я не могу. Ну, можете, не можете. Может быть, это другой закон природы. Тем не менее, вот я говорю, что в новейших исследованиях до 15 ГЭВ практически по поверхности Земли летят частицы на большом расстоянии. И это поэтому откидывать все эти космические лучи, у которых такие сильные энергии, то, что они могут взаимодействовать с материей. Ну, очень сложно представить, чтобы у вас электронный пучок давал те же самые вещи, что и другое. Единственное, что роднит там сильные энергии, и там сильные энергии. Владимир Львович, вопрос... вы сможете выступить еще. Замечание правильное. Вот, может быть, еще вопрос есть какой-то? Нет, а вот я бы сейчас ответил вот еще немножко. Вопрос, на самом деле, очень хороший. Участвует ли здесь какая-то космическая составляющая? Вот я бы еще добавил к этому вопросу, возможно, неизвестное. Потому что об этом предполагал, ну вот я не успел про это рассказать. Да, у Ивойлова есть результаты, когда он получал треки странного излучения не только от своих реакторов водяных с электроразрядом внутри, а также от обычных бета-источников. Причем он помещал их в сильное магнитное поле. И он предполагает, вот в объяснительной части своей работы, он предполагает, что участвует некоторый космический компонент, пока ну, неизвестной природы, который, вот, возможно, как-то возбуждается вот в экспериментальной обстановке, то ли вот связанные с сильными магнитными полями там, в этом электроразряде, да, может быть, еще как-то, да, он возбуждается и проявляет себя вот в виде треков. Вот во многом эту идею возбужденной материи я подсмотрел как раз вот в этой серии, что ли, ну, теорий, да, когда у нас есть, вот, скажем, тот же Лошак, да, его легкий монополь, он утверждает, что вот есть нейтрино, а есть возбужденные нейтрино, магнитно возбужденные нейтрино. Вот в этой области, ну вот в этом направлении хотелось бы тоже посмотреть, нет ли там чего вот в плане, так сказать, объяснения всего вот этого дела. Спасибо. Спасибо. Игорь Булин задает вопрос. Добрый день. Вот у меня такой вопрос, я как-то далек от экспериментальной физики. Вот, ну вот вы нам показали кучу, в общем, геометрических образов разных, и вы изучаете их размеры там и так далее. Вот. Вот сами чирки такие, что по длине, по всей, их интенсивность одна и та же. Вот если бы это пролетела какая-то частица, она потратила бы часть энергии, и, по идее, в конце чирка он должен быть не такой интенсивный. Это первое. Второе, ну вот не только ваш доклад и другие авторы. У меня такое сложилось впечатление, что эти размеры, они не меняются от материала. Понимаете, такие же чирки на DVD-дисках, такие же на стекляшке. Но чтобы прорезать стекляшку, энергии надо намного больше. И вот эти все факты, по-моему, они как раз противоречат теории того, что это частица делает. Вот вам такие мысли приходили в голову? А вот тут отличный вопрос. Смотрите, действительно, если предполагать, что вот та энергия, которая тратится на разрушение материалов, чтобы оставить следы, а может быть проплавить, она заключена только в самой частице, в ее кинетической энергии, то тут, конечно, вот то, что мы видим, эту теорию не подтверждает. Мы видим, что действительно треки на протяжении своей длины, они примерно одинаковые имеют глубину, ширину там и так далее. То есть вот действительно получается, что есть некие внешние силы, которые прижимают эту непонятную микрочастицу твердую, да, к поверхности, заставляют ее бороздить вот этот вот чувствительный материал.
По-другому я это объяснить не могу. То есть это не та же самая ситуация, когда, скажем, альфа-частица влетает в реактор, в детектор, и там постепенно замедляется, у нее там меняется вот эта вот толщина следа, как вот ядерные физики хорошо знают. Здесь мы имеем совершенно другую ситуацию, что эту частицу кто-то вот так вот носом просто возит по поверхности, прижимает и двигает. Получается вот так. А второй вопрос связан с тем, что разные материалы... Она говорит об обратном, что все одинаковые чирки на разных материалах. Ну, вот это тоже интересно. На самом деле не совсем одинаковые, потому что вот мы видели даже на слюде, там, получается, есть треки очень толстые, которые там, ну, условно говоря, там 20 микрон толщины, да, есть треки более тонкие, там вплоть до микрона это все видно. То есть даже в рамках одного материала у нас получаются разные и глубины, разная ширина, и на самом деле есть отличия в движении частиц по разным материалам. Вот, скажем, отсутствие периодических треков на слюде как раз говорит о том, что слюда имеет другие совершенно механические свойства, именно механические. Она очень легко разрушается, очень легко, так сказать, вот сгрести вот так вот, как снег, например, да. А с другими материалами, скажем, с там фольгой, пластиком, стеклом, фотоэмульсией, там другая ситуация, потому что это более вязкие материалы, их нельзя вот так вот просто сгрести и разрушить, поэтому там наблюдается и ну, такое вот качение этих частиц по поверхности. И, кстати говоря, вот мы на стекле не так много делали экспериментов, но там наблюдались, ну, не только на стекле, вот, по крайней мере, я видел в публикациях, там очень толстые треки наблюдались. То есть там, ну, условно говоря, толщиной, наверное, в сотни, ну, не толщиной, ну, шириной где-то, да-да-да, вот Годин показывал тоже, ну, совершенно да. Верно. Там совершенно такие ну, чудовищные треки, да, но при этом видно, что это, в общем-то, тот же феномен, несмотря на разницу масштабов. Да. Так, ответ получен. Шароносов задает вопрос. Так, у меня вопрос. Вы изучали, как зависит, Влад, к вам вопрос, как зависит экранировка от толщины и материала фольги? Как зависит экранировка, то есть есть ли треки в зависимости от толщины экранов? Да? И материала тоже. Нет, мы не изучали вот такой, то есть вот те... Эксперименты с экранированием, они были чисто поисковые, нам там не удалось, ну, даже вот просто углубиться в это направление исследования. То есть у вас 10 микрон был фольга алюминиевая? Да, фольга 10 микрон, ну, а сами диски, которые вот друг друга так вот стопкой защищают, они, ну, понятно, там толщина порядка миллиметра. Вот, то есть разница между микронной толщиной этой фольги, либо там миллиметровой толщиной этих дисков, либо коробочек пластиковых, мы не заметили. То есть, там ну, есть эффект очень интересный, вы потом обнаружите, я когда буду, если постараюсь на семинаре выступить, объясню. То есть там есть оптимум, наблюдается резонанс толщины фольги. И второй вопрос. Вы изучали, вот когда лазером смотрели, значит, в зависимости от частоты, от мощности лазера, как эффект проявляется? Я пробовал красный и зеленый, но дело в том, что независимо от даже вот красный, зеленый или вообще отсутствия лазера, статистика была одинаковой. В этом смысле, что лазер был, ну, что ли, поводом для того, чтобы начать изучать эту тему, получается так. То есть мне не удалось реплицировать этот способ вот, получения треков. Я изучал, по сути, фоновое излучение. Да, и Бог любит троицу еще. Я не хотел бы здорово отвлекать внимание, но я вот в чат выложу там файлик просто. Там есть различные, очень интересные датчики, которые для тех, кто занимается, будут интересны. То есть это есть датчики, с помощью которых вы можете изучать все эти явления просто. То есть есть и ГА-приборы, есть датчики, и там как раз предлагаю эксперимент довольно простой. Вы можете получить аналоговый сигнал, который очень легко будут тестировать. Я здорово не буду отвлекать, я просто в чат выложу этот файлик, и можно будет посмотреть со ссылками. Спасибо вам. Да, хорошо, спасибо. Спасибо Валентину. Значит, Савенков задает вопрос. Влад, спасибо за интересный доклад. У меня вопрос такой. Вот вы сравнивали треки фонового излучения и тех треков, которые получили возле реакторов Лендер. Фактуры у них похожи? Ну, абсолютно,
Абсолютно похоже, даже более скажу, когда мы еще с пленкой, обыкновенной вот этой рулонной пленкой экспериментировали, я специально, ну, еще пытались как-то связать это с биологической трансмутацией, было же интересно, вдруг и там тоже треки есть. Я порядка, ну, дней, наверное, 10 носил в своих домашних штанах рулончик этой пленки, ну, разумеется, там герметично, как вот она продается, да. Потом я, когда проявил эту пленку, стал смотреть, на ней были видны те же треки. То есть вот я уж не знаю, это на заводе они там появились, в магазине они там появились, у меня там появились, когда я таскал в кармане штанов, но получается так, что треки примерно одни и те же мы видели. Ну, просто мы, наверное, и ограничили свои поиски, да, ну, допустим, если бы там были микрократеры, я бы их просто не заметил, потому что так была устроена методика нашего вот этого подсчета, да, она была ориентирована именно на вот эти вот треки длинные. То есть мы живем в этой среде. Да, получается так. То есть эти реакции холодного ядерного синтеза идут в Земле, идут в космическом пространстве, в атмосфере. А вы знаете, у меня просто нет уверенности даже, что речь идет исключительно про ядерные процессы в связи со странным излучением. Может быть, вот, например, у Александра Пархомова есть теория, что речь идет вообще, когда вот у нас мы повышаем температуру какого-то вещества, там наблюдается генерация нейтринных вот этих вот, так сказать, частиц, античастиц. Нейтрины, они фиксируются очень тяжело. Понятно, но вот по той же схеме, если рассуждать немножко в сторону, да, получится, что, ну, допустим, у нас высокие температуры порождают вот что-то такое выходит из вещества, такое странное, что мы пока еще не умеем толком, ну, понимать, изучать. Да? Может быть, тоже вот не только ядерные процессы, а вообще, вот вы включаете лампочку, условно говоря, да, накаливание, там у вас там 1000 градусов. Может быть, в этой лампочке, в спирали, в это время накопилось какое-то, не знаю, темной материи, какое-то количество, и она стала выходить. Она ведет себя очень странно, мы не понимаем, как она себя ведет, но это тоже вот одно из направлений объяснения тоже может быть. Не обязательно ядерной энергии. Вот тут я не уверен. А может быть, странное излучение – это как раз новорожденные ядра? Ну, они получаются очень странные, эти ядра. Почему же странные? Ладно. Он ответил на ваш вопрос. Я все понял, да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, вот Чистолинов, Андрей, задавайте. Алло, слышно меня? Да, прекрасно слышно. Да, хорошо. Я без видео, потому что связь плохая. Влад, у меня два вопроса. Первый вопрос. Так, нормально? Все со связью. Прекрасно, все слышно. Прекрасно слышно. Давай, задавай. Первый вопрос такой. А все-таки какая рабочая гипотеза? Я услышал две от вас. Одна – это то, что это двигаются частицы, ну, пыли, какие-то твердые частицы вдоль поверхности. Вот. Вторая – это что-то, вот, что-то другое, что-то выходящее за пределы, как бы, этого мира. Да? Так вы-то какой все-таки придерживаетесь? Нет, я не сказал, что это частицы пыли. Мы, вот, когда отвечал на вопрос Боба, я сказал, что мы пробовали в эту сторону экспериментировать, но тоже было важно исключить всякие артефакты, да, исключить такие тривиальные факторы, что, ну, вот, допустим, что-то движется. Допустим, это пылевые частицы. Вот когда сравниваешь фотографии запыленных дисков и незапыленных дисков, нет отличий в том, сколько там получается треков. Бывает абсолютно запыленный диск без треков, бывает абсолютно чистый диск, весь испещренный именно теми самыми треками. То есть, когда я говорил микрочастицы, я имел в виду, скажем так, это некие, ну, тела, да, микронного размера, которые твердые. Я не сказал, какую природу они имеют. У меня в этом месте в презентации стоит знак вопроса. Я не знаю, что природу, это. Что если это твердые частицы, какую они могут иметь природу? Значит, это пыль? Я не уверен, потому что нужно тут же объяснить, а какая же сила прижимает эту твердую частицу, так что она просто вот начинает пропарывать эту поверхность, сама не разрушаясь. Вот пыль, она, конечно, разная бывает, да, бывает твердая пыль, бывает там какая-то мягкая пыль. Если она заряженная, она будет за счет изображения втягиваться в поверхность. Заряженная частица просто притягивается в поверхность. Если большой заряд, то она проламывает его.
Да, вот Бычков Владимир Львович подсказывает один из механизмов. Андрей, ну вот у него, он рассказал то, что он рассказал. Еще вопрос у тебя какой? Так, второй вопрос вот какой у меня. А вот в связи с этим, а не пробовали каким-то образом моделировать это явление? Ну, например, прижать к диску вот какую-то гладкую поверхность, да, и попробовать провести, да, ну вот предполагая, что, допустим, вот какие-то твердые частицы на поверхности диска процарапают, да, просто промоделировать это явление, ну, механически. Вот. Ну, вот такая идея эксперимента. Ну, скажем так, это хорошая идея. Мы так целенаправленно не моделировали, да, я могу сказать, что вот для того, чтобы ну, нормально, качественно снимать вот эти DVD-болванки, конечно, приходилось иногда стряхивать пыль, стряхивать такой мягкой кисточкой. И, конечно, действительно, когда ты стряхиваешь пыль вот таким грубым способом, да, эта пыль тоже оставляет следы. Но чисто вот так вот визуально эти следы очень легко отличить от этих треков. Вот могу сразу сказать. Мы не разглядывали эти следы, которые вот действительно артефакты, которые мы внесли как экспериментаторы во время обработки этих материалов. Мы не изучали их на электронный микроскоп, потому что времени и средств было очень мало, даже чтобы сами треки вот эти вот изучать. Но вопрос абсолютно хороший, надо, конечно, это все делать, нужно это исследовать. Спасибо, спасибо. Евдокимов задает вопрос. Юрий, включите микрофон. Я включил, да. Включил, да. Вот все эти, очень интересный доклад. Вот. Но все эти материалы, на которых получали треки, вода, из которого во время разряда вылетают эти частицы, все они являются диамагнитиками. Диамагнит, как известно, намагничивается всегда против внешнего действующего поля. И вот почему, спрашиваю, показательно летят вот эти частицы, вот если фотопластинка, в основном показательные, то вот если это монополь, то получается он должен лететь, поэтому из-за диамагнетизма должен лететь показательный. Вот вы не исследовали материалы, отличные от диамагнетиков? Нет, целенаправленно таких экспериментов, по крайней мере, у меня не было. То есть, чтобы взять там железную фольгу, там ферромагнетик, да, там парамагнетик. Здесь магнитные материалы мы практически не применяли. Единственное, был такой, ну, опять же, кавалерийский наскок. Может быть, у кого-то получится лучше, чем у нас. Мы взяли обычную магнитофонную кассету, свежую такую, на которой ничего не было записано. Считали с нее вот этот вот... ну, как бы, по сути, шум, который на нее там был записан, да, просто получили звуковой файл, потом эту кассету поставили рядом с реактором, она проэкспонировалась, затем снова попытались считать, не появилось ли там каких-то дополнительных вот этих вот пичков, ну, вдруг там какие-то вот те частицы, да, они оставляли бы свои магнитные следы. А не получилось, и лучше всего эти эксперименты повторить, потому что, ну, как, эта кассета, она была, ну, она же в такой пластиковой коробочке, да, а поскольку вот наши же результаты показывают, что речь идет об экранировании, вот пластиком, по крайней мере, да, хотелось бы повторить, просто взять, выложить, ну, вот эту магнитную пленку, да, и проэкспонировать рядом с реактором, а потом снова ее считать, ну, как бы, вот пропустить через магнитофон. Это следует сделать, было бы неплохо, если у кого-то получилось. Да, надо проверить. Спасибо. Юрий, еще вопрос. Если можно, я потом про Ивойлова скажу, потому что я последние 2 года с ним работал. Угу. Конечно, будет интересно вас послушать. Да. Спасибо за вопрос. И вопрос задает Чуильская. Включите микрофон. У вас микрофон не включен. Так, она не может включить микрофон. Васильев задает вопрос. Включите микрофон тоже. Добрый день. У меня элементарный вопрос, поскольку я вообще первый раз с этим знакомлюсь, со всем этим. Я правильно вас понял, что у вас плоскость фотослоя параллельна оси генератора? Нет, абсолютно. Мы совершенно вот целенаправленно в том числе делали, мы располагали диски как угодно. Треки образуются при любом расположении чувствительного слоя.
и нету, так сказать, где максимально образуются. Нет, нет, мы даже специально проводили такой анализ. Ну, понятно, что такой тоже кавалерийский наскок, да, мы не нашли никаких закономерностей в том, как мы располагаем диски в ближней зоне. Это очень хороший, спасибо, вот, Васильеву, очень хороший вопрос, и я даже хотел в комментариях этого отметить. Дело в том, что именно я, и Влад почему-то об этом, и я в свое время, там, года три назад задавал ему вопрос, Влад почему-то о том, что хаотизм какой-то вот в направлении вот этих треков, он как-то не очень активно обсуждает. Спасибо за этот вопрос. Пыльская, к вам возвращаемся. Вы включили микрофон. Вы меня слышите? Слышим, да. Прекрасно. Слышим прекрасно. Спасибо большое за презентацию. У меня такой вопрос. Я много слушала. В общем, очень интересно все это было. Но вот еще раз, может быть, мне ответит автор. Все-таки это новое образование, скорее нейтральное, или все-таки какой-то заряд там возможен? Ну, если там заряд и был, понятно, что он очень быстро рассасывается. То есть мы на момент, когда уже обрабатываем этот материал, особенных зарядов там не находим. Ну, по крайней мере, вот когда смотришь на электронный микроскоп, там же все зарядом тоже очень тесно связано, да. Мы находили там какие-то странные такие пятна, действительно, которые выглядят абсолютно черные, круглые такие пятна диаметром, там, условно говоря, 5 микрон, именно в том месте, где наблюдались треки. Что это такое, я не знаю, я не специалист по электронной микроскопии, вот. Но так вот из общих соображений понятно, что если какой-то заряд там был бы, ну, наверное, он бы уходил. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос супер шикарный, я бы сказал, лучший за сегодняшний вот вечер. Вот относительно заряда. Так, Бондаренко задает вопрос. Добрый вечер. Вопрос следующий. Из всего содержания, очень большого и интересного, я вот не услышал про эффект Уширенко. Если кто читал эту книжку, ее как-то выдавали несколько лет назад в РУДН на семинаре, в котором было показано, в общем, что... Первый эффект – это бомбардировка взрывом мишени, и там наблюдалось, значит, выделение теплоты, как тут называют, значит, избыточной, хотя ничего избыточного не бывает. Ну, ладно. Но самое главное, что треки там такие же, размеры такие же, а сам эффект Уширенко, значит, это патент есть, если кто это знает, слышал. Это пленение капелькой воды фотонов. Там происходит страшно интересный эффект накручивания, когда, значит, капелька воды размер микрон или доля микрона, происходит многократное наворачивание, ну, подобно тому, как соленоид мотается проволокой. Вот точно так же, значит, фотоны наматываются, и при определенной напряженности, которая там уже возникает в результате суммирования интерференции, там возникают пробои, но самое интересное – энергии такого уровня, что, ну, очень мега и больше даже гига мэвные. Вот вопрос, почему не, значит, известны ли эти эффекты, ну и так далее. Спасибо. Спасибо. На самом деле, вот к своему стыду, я так и не, так сказать, до сих пор не изучал этот эффект. Спасибо, что напомнили. Надо почитать, действительно интересно. Спасибо. Ответ получен. И вопрос очень интересный. Да. Кирюга задает. Спасибо за доклад. Вот. Мой вопрос в следующем. Вот в том временном ряду, который ты показывал на одном из слайдов, у тебя в какие-то дни там на 1-2 порядка треков больше, чем другие. Правильно ли мое впечатление, что вот эти выдающиеся дни, они или единичные, или там не больше двух подряд? Вот сейчас я попробую снова открыть презентацию, показать. Так. Так, вот что-то видно, наверное, да? Да, видно. Да, видно. Сейчас видно, я да. Пролистаю вот до этого ряда. Дальше.
Вот, это значит с DVD-дисками, да? Ну, нет, я бы не сказал, что это только два дня подряд. Вот здесь вот есть какой-то продуктивный там целых три дня, вот здесь вот тоже, да? Или если отмотать в предыдущий этап исследований, где я пытался с магниченной водой, тоже вот этот вот ряд. Ну, нет, здесь есть такие серии больше тоже. Ну, на самом деле, вот сложно сказать, здесь, по крайней мере, тут неравномерная еще временная шкала, к сожалению, поэтому тут надо анализировать еще. Ну, а у тебя, Влад, есть какая-то, Влад, гипотеза, а вот на этот счет? Влад, по горизонтальной оси вот, ну, на этих рисунках, да, как, какая там, о каких временах по горизонтальной оси? Ну, идет? А здесь вот подписано, хоть и мелко, это просто подряд у меня поставлены отдельные экспозиции, то есть здесь временная... Ну, условно говоря, это конец ноября, начало, до начала января следующего года. То есть, ну, ну тут какие-то еще есть... Один столбик от другого. Сколько там прошло времени? Один день, одна неделя? Сколько? То есть это не совсем временной ряд. Тут идут подряд, да, экспозиции еще. Да, тут дело в том, что еще ведь до этого эти пленки, ну, в смысле, там еще они как какое-то время, ну, где-то лежали, то есть поэтому, вот говоря о фоновых треках, а это именно фоновые все треки, да, они не отличаются от ну, опыта от контроля, тут нужно на самом деле говорить про предысторию всего, всей этой фотопленки. Другое дело, что если говорить, сейчас я быстренько долистаю до... Вот этого, да, это когда мы с реактором ставили вот эти вот образцы. Тут, правда, вот тоже на самом деле вовсе не временная шкала, это просто номер экспозиции образцов, поэтому тут это надо поднимать вот как раз там вот в базе данных, поднимать данные по датам и смотреть. Но мы попробовали это анализировать именно по датам, конечно, и таких никаких закономерностей мы с геомагнитным индексом там смотрели и там еще с чем-то. Ну, короче говоря, мы так и не нашли закономерности. Если у тебя есть гипотеза, давай ее сюда. Ответ получен. Ответ получен. Виктор, еще вопрос может быть. Я уже ускоряюсь, ну, потому что мы еще кто-то выступить должен. Поэтому вопросы, пожалуйста, Виктор, быстрее. Да, если да, а я закончил. Спасибо большое. Закончил. Валерий Николай Магнитский, задавайте ваш вопрос. Я здесь хотел добавить. Большое спасибо за доклад. Очень интересно сказать. Вот у меня такой вопрос. Вот все-таки треки имеют довольно большую величину, сказать, большие размеры. Поэтому, с моей точки зрения, вряд ли это частицы, сказать, и, скорее всего, сказать, это, возможно, некие волновые процессы. В связи с этим вопрос. Вот вы не смотрели, когда вот у вас идет, показывали картинку, трек прямой, а потом переходит в некий периодический. Вот если тот прямую часть подсмотреть под большим увеличением. Может быть, там тоже есть некая периодичность, но просто ее, сказать, так сразу не видно. Ну, мы пробовали смотреть в электронный микроскоп, периодичности там не находили. Ну, в принципе, вот тут период виден, да, что это, ну, десятки микрон, видимо, да, период. Ну, точнее... Ну, может быть, типа такая фрактальная структура, даже что сотни. Просто ее не видно, сказать. А может быть, там действительно, если еще ну, увеличить... При пределах разрешающей способности электронного микроскопа мы вот там не видели. Спасибо. Так, спасибо. Спасибо. Больше вопросов нет. И, пожалуйста, поднимайте руки, кто хотят выступить. Так, вот, Егоров, это вопрос или выступление уже? Да, это вопрос. И... Ну, тогда последний вопрос, пожалуйста. Потому что времени уже много, так. Спасибо за отличный доклад. И, Влад, такой вопрос. Когда вот этот вот длинный эксперимент, так сказать, шел? Год? Вы скажите, год. Потому что, может быть, я в это время мерил интегральный, так сказать, поле векторного потенциала вариации. А про какой длинный эксперимент идет речь? Ну, он семимесячный имеет в виду. Когда вот когда работал реактор, дай бог памяти, 2018, да, это был конец 17-го, начало 18-го годов. Ответ получен. И начинаем выступление. Значит, вот Никитин хочет что-то сказать. Пожалуйста, Толь. Спасибо. Значит, я хочу обратить внимание слушателей на то, что в сборнике трудов 26-й конференции, который вы, по-видимому, некоторые уже получили, имеется наша статья, где высказывается, так сказать, наша гипотеза об объяснении появления треков на пленках, ну и на дисках в том числе. Идея сводится к тому,
что действительно частичка, которая оставляет эти следы, это макрочастичка, это маленькая шаровая молния размером порядка сотни микрон, которая имеет, несет заряд любого знака, может положительного, так и отрицательного, ну, довольно большого знака, там, тысячи там, и более элементарных зарядов. Эта частичка, имеющая электрический заряд, когда она подлетает к какому-то, какой-то поверхности, поверхность поляризуется и притягивает эту частицу, то, о чем говорил Владимир Львович. И она будет стремиться упасть на эту поверхность. Но когда она оказывается на небольшом расстоянии от нее, то происходит частичный пробой этой частички, часть заряда теряется. Этот заряд маленький ускоряется в поле большого заряда, ударяет в пленку и оставляет на ней следы механические. Значит, энергия, которую набирает эта частичка, вот отделившаяся маленькая, порядка гигаэлектрон-вольта, то, что вот наблюдается в опытах, так сказать, всех исследователей, которые делали. Частичка, которая, ну как вот большая частица заряженная, получив импульс отдачи, взлетает над этой поверхностью. Вот. Но потом, поскольку значит, сила притяжения остается, начинает снова падать, и на некоторой высоте снова значит, выстреливает и отдает, так сказать, оставляет следующий след. И так прыгает, пока заряд не израсходуется. Вот. И вот тогда это объясняет первое, парение частиц вдоль поверхности при любом значит, направлении ее скорости. И если есть составляющая скорости вдоль поверхности, то она будет лететь по этой поверхности. Значит, следы, которые оставляет она, они получаются ну, довольно, ну, не с тем периодически, то есть они сливаются в какие-то сложные структуры. И мне кажется, что вот эта система, она вот вполне может объяснить, ну, по крайней мере, частично то, что вот мы сейчас наблюдаем. И в том числе то, что я говорил, вы почему-то забыли, так сказать, я вначале спросил про то, про наличие заряда. Так вот, заряд может быть и положительный, и отрицательный. В электрических полях случайных, которые имеются в лаборатории, напряженности для этого требуются не очень большие, там порядка 100-200 вольт на метр. То есть это фактически поля хорошей погоды. И они заставляют смещаться частички, оставлять зигзагообразные следы, изогнутые и так далее. Все это вот скрупулезно, так сказать, нудно мы изложили в нашей статье. Я прошу ее прочитать, конечно, критически, и, может быть, оно кому-то поможет вот понять то, что происходит, то, что делают вот замечательные экспериментаторы, как Влад Жигало. Спасибо за внимание. Можно маленький буквально комментарий к выступлению? Вот я не случайно показал вот этот вот кадр, да, вот эти вот не просто периодическая структура, а настолько идентичные получаются вот эти следы в одном, ну, для, от периода к периоду, да, ну, на мой взгляд, это очень сильно сужает, ну, что ли, тот набор объяснений, которые применяются к данному феномену. Вот. Просто такая реплика небольшая. Спасибо. Нет, почитай статью, там все это есть, даже расчет есть. Угу. Какая должна быть, какой период шагов, почему они, значит, вот, интенсивность вот этого почернения, мы брали опыты Агапова с компании, почему она уменьшается, потому что заряд расходуется, и частичка потихоньку, значит, вот сначала она выбрасывает довольно большой заряд и делает довольно большие разрушения, а потом это все дохнет потихоньку. Почитайте, там довольно интересно. Хорошо, спасибо. Влад, вы наблюдали вот в интерференционном свете то, что я докладывал, CD-диски с треками? Я пробовал смотреть, не совсем я уверен, что это именно с интерференцией, там с поляризацией. Вот был микроскоп, который позволял смотреть с разной поляризацией. Ну, как бы ничего такого нового мы там не нашли. Возможно, я говорю просто про другое. Да, вы говорите про другое, конечно. Вы понаблюдаете в интерференционном свете, и вы увидите, что у вас не поверхность работает, а именно внутреннее состояние работает. Вот. И хочу сказать, что это одной частицы здесь и пылинкой здесь объяснить нельзя. Я вот доклад же делал, и вы, наверное, обратили внимание,
что странное излучение у меня проходит порядка 250 миллиметров различных материалов кристаллических. Как это объяснить? Володь, а он не был, он не участвовал в те, тогда в этом? Нет, я был, я даже вопросы задавал. Я помню эту картинку тоже, да, это очень хороший на самом деле. Как может это странное излучение пройти вот эти поликристаллические вещества, где был и диамагнетик, и, так сказать, оксидные материалы, и ферромагнетик? Дело в том, что здесь сам вопрос предполагает... Я вам скажу, Влад, извините, я не досказал. Ведь расстояние в кристаллической решетке порядка 3-5 ангстрем. Вот как это может быть? Потом я еще хочу сказать, что я наблюдал по прохождению этого трека, как он себя ведет вот в плоскости Z. X, Y мы понимаем, так сказать, диаметрию его. А вот еще интересно было смотреть по Y, по высоте. То есть он входит туда, и он идет, он пробивает поликарбонат, вот, уходит туда от 7 до 12 микрон, вот у меня было, и на расстоянии 3 миллиметров он порядка 5 микрон пытается уйти вглубь этого. То есть у него энергии хватает вот такой вот. А то, что вы говорите про фольгу алюминиевую, если вы будете наблюдать более детально, то увидите, что действительно фольга промятая. Даже на CD-дисках с обратной стороны будете смотреть, там промятая фольга есть. Вот. Это говорит о том, что действительно, так сказать, кинетическая энергия очень высокая. Но прожечь, вот, расплавить алюминий она не может, поэтому она скользит. Ну вот как-то вот так вот. Ну, вот, спасибо, вот. Да, спасибо за замечание. А так спасибо за очень хороший доклад. А еще вот мы с Виктором Анатольевичем Панчелюгой разговаривали по поводу, и вот у меня тоже, я не стал говорить об этом, потому что, ну, какая-то выжимка была таких основных моментов. Невоспроизводимость у меня тоже была. И я думаю, что это связано вот с активностью какой-то солнечной там или, так сказать, астрономической какой-то. Или какой-то магнитный поток был сильный, оторвался от Солнца. Это, да, я наблюдал очень сильное, так сказать, и воспроизвести это не смог. Буквально вот следующий эксперимент показал, что вот этого эффекта нет. Когда у меня столько было треков, ну просто. Вот. Или же это какая-то электромагнитная вот такая вот ситуация была, что активность была действительно очень высокая. И другого объяснения я пока вот не смог найти. Ну, а плюс вот синяя лампа показала, что активность возрастает при воздействии на реактор каких-то дополнительных факторов. Ну, в смысле, я имею в виду энергетики. И я считаю, что это, в общем-то, кластер. Это очень маленький кластер, который способен пройти сквозь кристаллические решетки. А в хаосе вот этом, аморфных средах, он создает вот определенный... И то он и там проходит. Но все-таки он там больше, в большей степени задерживается. Поэтому вот посмотрите повнимательнее интерференционный свет, вот, и у вас сложится другое немножко представление по этому поводу. А с геометрией я с вами согласен. Да, у меня тоже 5 микрон где-то диаметр этого кластера. Вот. Так что спасибо, очень интересный доклад. И обзорник был очень такой мощный. Вот. И вот эти вот, конечно, я тоже их видел. Неповторяющиеся длинные треки, в смысле повторяющиеся длинные треки с загибом, они и у Валерия Николаевича тоже были, и у меня тоже есть. Так что да, это серьезно, надо тут думать и экспериментировать.
Угу. Спасибо. Спасибо. А у нас сейчас я могу немножко маленькие реплики как бы в ответ давать? Конечно. Влад, можно, но я все-таки просил бы, вот у нас тут целая очередь, 5 человек, может, ага. Попробуешь на листе бумаги отмечать как-то и потом в целом ответить. Влад Чижов, спасибо. Да, хорошо. Значит, да. Евдокимов комментирует. Да, очень интересный доклад. Я думаю, у него очень этого доклада хорошее приложение было бы, если, скажем, обратить вот эти исследования в сторону дефектации, вот выхода из строев микросхем. Вот микросхем, скажем, фотоматрицы, процессоров, где-то миллионы транзисторов содержатся. То есть можно было тогда и легализовать, может, в какой-то степени странные эти частицы, странные излучения, потому что выход из строя вот микросхем, а это реально, вот в реальных вот этих фоновом режиме и других случаях, это очень было бы интересное исследование. Это очень имело большое значение. Это первое, что я хотел сказать. Второе, это то, что вот вы говорили, Николай Григорьевич, и Войлове, мы с ним вот последние 2 года работали. Получилось так, что я вот его пригласил на работу к себе на кафедру, так как у него там отношения были немножко плохие в этом университете, КГУ. И вот мы проверяли эти вот дуговой разряд и исследовали как раз эти вот на фотопластинке, как все у нас это вот треки. Вот. Просто я решил повторить то, что он до этого было много сделал, этих снимков. Вот. Но самое интересное то, что вот мы дугу зажигали тогда, когда это полдень, пасмурное кстати, время. В другое время, и в это пасмурное время, значит, как раз полдень, естественно, радиационный фон возрастал примерно в 2, а то и 3 раза. И тогда мы ловили вот эти треки, хорошо ловились эти треки, фиксируясь на пленке. Причем так было, вот мы в течение получаса у нас дуга работала, периодически включалась-выключалась, при этом у нас выгорал графит, как раз стержень, хватал на полчаса. И в это время фиксировали как раз вот эти треки, ну, примерно обычно, ну, максимум там 5, может, треков. Вот. А можно было и ничего не поймать. Но вот всегда этот фактор усиливался вот пасмурное время и полдень. Вот. Спасибо. Очень, часть, видимо... очень интересное замечание, да. очень интересное соображение. Да, и следующий хотел бы дополнить. Вот, мы проверяли разряд кадмиум-дистиллиона в воде, даже бедисилят брали, и брали вот раствор глицерина 30%. Так вот, если в воде, разряды в воде, то треки были тонкие, такие худые были они, понимаете? А вот когда разряды делались в глицерине, они были такие толстые, широкие, то есть хорошо были видны. Это вот следующий момент хотел просто отметить. Ну и, наконец, хотел сказать о самом Войлове, Николае Григорьевиче. Так получилось, что вот последние 2 года мы с ним работали. Вот он такой великий экспериментатор, и очень был человек хороший. Он умер вот 2 года назад как раз весной. Вот. И что хотел сказать. Он, вот, может, и повлиял вот, на длительные эксперименты, вот, исследования странных частиц. Плюс еще он воду вот эту пил. Воду пил, считая, что эта вода вот, после облучения, она является как бы целебной. Мы даже хотели провести на лягушках эксперимент, вот эти, проверить такое влияние вот этих воды на вот, биологическое, как действует на, вот, на примере лягушек. Вот это было. И мне кажется, тоже, может, раз такое есть остаточное излучение, может, это и повлияло на его, кстати, жизнь. Вот. И потом был случай, к нему приезжал, к Иволу приезжал лошак. И вот однажды он пришел, мне вчера звонок был. Спрашиваю, а кто это? Никак не могу понять. Он плоховато слышал. Вот. А это лошак, как раз звонил ему из Франции. Вот такой разговор был. Вот такая история. Я как-нибудь представлю альбом фотографий, вот треков, широкий набор. И кирально-симметричный, то есть зеркальный есть. Есть такие типа аннигиляции. Ну, целый набор фотографий. Как-нибудь я вам покажу
или, может, в виде семинара, может быть, как я изложу. Спасибо. Хорошо, спасибо. 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 Вот насчет того, что он воду пил, значит, вот Войлов, это, конечно, исключительно интересная информация и важная, потому что почему-то первый раз об этом слышу, а это супер важно. Эту воду, она очень... У нас есть статья в 26-й конференции, эта вода обладает особыми свойствами, и биологи к ней относятся очень настороженно, потому что она приводит, грубо говоря, к новообразованию, вот так можно сказать. Но он пока свое лицо... Смотри, у меня какая гладкая кожа. Действительно, такая гладкая, очень такая кожа. Я, говорит, объясняю вот этой водой, мне говорил. Вот таким образом. Ну да, но гладкая кожа – это одно, а длительная жизнь – это немножко другое. Спасибо. Ну, вот Игорь Буйлин выступает. Да. Спасибо за доклад. Очень, очень хорошие вот снимки, замечательные. Вот. Ну, продолжение вот темы по поводу сил, значит, прижимающей, там, ну, неважно, она какая, электростатическая или какая там, вот, значит, она может прижимать, конечно, эту частицу, и тем самым можно объяснить глубину прорезов это самое, но все равно частица, если это частица, конечно, она должна терять энергию, и тогда не должно быть периодических треков. А длина периода должна уменьшаться в какой-нибудь там геометрической прогрессии. Но этого не наблюдается. И мне кажется поэтому, что попытка вот объяснить с помощью частиц, там, каких-то заряженных и сил их притягивающих, она неадекватна опытному материалу. И мне кажется, об этом нужно очень серьезно задуматься. Спасибо. Ну, не совсем, Игорь, прав, потому что я уверен, что сейчас Анатолий Ильич прекрасно ему может ответить, но сейчас мы эту дискуссию затевать не будем. Спасибо за ответ, за комментарий. Свинков комментирует. Здравствуйте, а можно мне показать треки в природе? Мне как-то на позапрошлой конференции... Убери, значит, пожалуйста, свою презентацию, и Свинков свою покажет. Демонстрацию экрана я нажал. Ну, подождать надо немножко, так? Тут обычно некоторое время все это продолжается. Ничего не происходит. Вот, Геннадий, там рядом, в зеленой кнопочке, там рядом еще есть такая, может быть... А, вот сейчас видим, да, здорово, да. Ну, с нашей точки зрения, все эти треки – это результат реакции холодного ядерного синтеза. Вот то, что мы сегодня рассматривали, это на микромасштабе. Я хочу показать на макромасштабе. Вот эта гифка. Сейчас я включу. Она сделана из длинного такого ролика. Все желающие могут прекрасно видеть. Это не космическое излучение. Это то, в чем мы живем, то, что нас окружает. Это холодный ядерный синтез. Вот только что Буйлин говорил насчет того, что должны сужаться периоды. Но это действительно так и происходит. Если обратите внимание на фактуру этих треков, ну, это закончилось где-то. Значит, то сначала идет ровный, то есть новосозданное ядро сначала ионизирует по поверхности. Ну, вы видели, что они двигаются. Вот там был вопрос по поводу того, что оно идет параллельно поверхности при перпендикулярно расположенной фотопластинке. Траектория может быть разной. Ну, сначала идет... Ну, вот я этот слайд возьму. Сначала идет вот этот известный слайд вдоль пластиночки, потом встречается с другим ядром, здесь идет синтез нового ядра, и идет движение этого нового ядра до того, пока она не покинет поверхность. Вот то, что Буйлов говорил здесь, правильно, вот сначала идет ровные треки, а потом они начинают сужаться, морковка.
То есть сначала энергии достаточно для того, чтобы двигаться, ионизирует окружающее пространство. А потом начинается заполнение электронными оболочек этих ядер. И вот тогда оно потихонечку сужается. Ну, примерно такая структура всех треков, ну, большинства треков излучения. Что это, в принципе, эти треки можно наблюдать возле Солнца. Ну вот, что это такое? Вот это треки, это, по-моему, снимки протона-21. Ну, по поводу биологического влияния на человека. То есть можно наблюдать, что они могут делать с поверхностью. Возле Сатурна то же самое можно наблюдать. Это вот, или вот треки. Но это на мегамасштабе. Эти явления мы называем мерджеры, от английского слова слияние. То есть частицы как результат слияния. Ну, вот у нас, допустим, это вот треки Пархомова на стекле, да? А вот это то же самое у нас на небе. Я даже могу включить видео где-то у меня здесь, вот, по-моему. Это газодинамические явления, не надо их сравнивать. Вы считаете, что газодинамические? Да, я знаю, потому что эти явления рассматриваются, когда летят самолеты. Ну вот смотрите, летят самолеты. Да, да, когда они вставляют после себя эти ячейки, как называется. Вы думаете, что это ячейки? Да, это ячейки так даже называются. Ячейки бинара называются. Не только ячейки, не только бинара там. Ну, может быть. Может быть. Может быть. Геннадий, у вас там, собственно, доклад уже пошел. Комментарий по Владу Жигалову мы, к сожалению, не услышали. Так, вот. Но я просто хотел показать в природе. Первый слайд вы видели. Можно раз, еще показать. Геннадий, спасибо это за вот демонстрацию. Спасибо. Но это уже ваша демонстрация, а не Влада Жигалова. Комментарий по Владу Жигалову. Хорошо. Если что-то по Владу Жигалову, пожалуйста. Если нет, то... Следующий. Это, может быть, дорожки карман еще могут быть. Могут только. Совершенно верно. Тогда Савинкову спасибо. И Бычков Владимир Львович, комментарий. Вот весь доклад мне напомнил наше исследование с электронными пучками. Эксперименты производились так. Был 50 кевный пучок моноэлектронов. Они летели, попадали на мишень. Мишень представляла собой горку из мелких частиц. Перпендикулярно. То есть потом эта горка разваливалась, разлеталась перпендикулярно к пучку. И при этом в зависимости от того, как происходила зарядка этих частиц, возникала либо униполярная зарядка, тогда они разлетались во все стороны, равномерно, либо была не униполярная зарядка. Они как бы пытались прорекомбинировать, или в одних частицах было больше зарядов, в других меньше. Они разлетались с разными траекториями, все поперек. При этом при уже 30 кев приходилось защищаться от ультрафиолета, и все эти уже были небезопасны. Поэтому я вот вижу, что здесь есть такая ситуация, аналогии. Идут быстрые частицы из атмосферы, они попадают на крупные частицы на Земле, там не на крупные, на разные, пыль, деструкция поверхности. Потом они разлетаются в связи с такой зарядкой поперек, а дальше идут все механизмы, про которые говорил Анатолий Ильич Никитин. То есть это проблема комплексного воздействия сильно там высокоэнергетичных частиц, ну, космических лучей, или там они там называются еще какими-то гамма-лучами, еще вот, и тогда можно все это собрать. Все. Спасибо Владимиру Львовичу за комментарий. Больше желающих выступать нет. Мы так уже 2,5 часа занимаемся. Позвольте, я 2 слова все-таки скажу, ну, чтобы времени уже много, поэтому очень коротко. Ну, во-первых, я тоже занимался, сегодня упоминалось об этом, этим и занимаемся мы в нашей лаборатории НЛИС вместе с Барановым.
И мы видим, что это целый комплекс разнообразных процессов. Сваливать все в одну кучу не нужно. Природа так хитро маскируется, что может происходить и одно, и второе, и третье, и космические лучи. Источник здесь может находиться, а может находиться неизвестно где на Солнце. И все это здесь вот мы наблюдаем, потому что речь идет, в общем-то, об очень малозначительных каких-то явлениях. Вот. Но на человека это все оказывает, вот эти малозначительные явления оказывают очень значительное воздействие. Ну, тут уже об этом говорилось, нужно очень осторожно к этим явлениям относиться. И еще одна вещь, я тоже об этом сегодня говорил, Влад анализирует, ну и в основном все люди анализируют механическое какое-то кинетическое движение чего-то. Вот. Но я бы сказал так, что мы считаем, что очень мощным фактором является химическое взаимодействие вот этого особого вещества, которое мы назвали темный водород, которым мы занимаемся. Я сейчас не буду об этом на это время тратить. Оно химически взаимодействует с различными веществами, в первую очередь с поверхностями. Поэтому там энергии огромное количество. В этом это нечто типа, ну вот Мещеряков тут предлагал, и он, по-моему, еще участвует тут. Я попробую ему послать, Влад, твою почту. Мне бы хотелось, чтобы вы пообсуждали тему, потому что у него очень интересная идея. Он ее давно, года три назад, высказал относительно, значит, того, что это пироксиды. Ну, это вот пироксиды водорода, это, значит, вот эти вот... Это не моя идея. Ну, не важно. Вы, по крайней мере, ее сюда притащили, в наш коллектив. И я вам пошлю почту Жигалову. Пообсуждайте, пожалуйста, посравнивайте. Было бы интересно, Влад, может быть, когда-то обратиться через какое-то время, небольшой, как, по крайней мере, семинар занять время, сравнение вот идеи пироксидов и вот того, что мы развиваем. Какие там есть. Это очень сильно напоминает вот Фомичев из Америки, там из Флориды. Вот он делал замечание нам о том, что мы тут что-то такое изучаем, а на самом деле радон там, распадаясь, может что-то делать. Надо серьезное внимание на эти замечания обращать, потому что это важные все замечания. Ну, еще есть, но не буду на это уже акцентировать. Влад, если у тебя есть какое-то заключительное слово, просто скажи, но времени уже очень много, поэтому коротко, если можно. Да, я буквально очень кратко. Вот хотелось бы на вот маленький комментарий, поскольку я тогда не успел на замечание Чижова, что вот традиционно рассматривают странное излучение как нечто высокопроникающее, которое вот пронизывает все эти вот слои, да, материалов, которые там были. Я бы, вот опять-таки, понасмотревшись на наши экспериментальные, так сказать, вот эти обстановки, на эти треки, на как они экранируются и как они накапливаются в веществе, я бы советовал здесь еще обратить внимание на обходные маневры этого странного излучения. Оно движется вовсе не так, как все привыкли ожидать от проникающего излучения. Оно может, видимо, как-то где-то сидеть, летать совершенно какими-то странными траекториями, может быть, вдоль поверхности. Да, вот оно идет и, так сказать, умный гору не, так сказать, обойдет. Вполне возможно, что странное излучение проникает на эти диски, не пронизывая всю эту толщу кристаллических материалов, а просто взяло и перелетело. Вот. Ну, это так, это маленькая реплика. Огромное спасибо всем за замечания, за выступления и вопросы. Я думаю, что вот таких докладов, где бы было много мнений, где бы показывались множество там работы своих там и чужих, таких докладов должно быть, на мой взгляд, больше, потому что вот сейчас по пальцам буквально, может быть, одной руки можно сосчитать команды, которые целенаправленно экспериментируют в этом направлении. Причем я, например, вот в докладе практически не упоминал ни одной западной команды, все в основном это вот Россия и СНГ, бывший Советский Союз. Я не уверен, что на самом деле вот такой большой перекос, что у нас вот этим занимаются, пусть без финансирования. Я тебе показал, что они на своем там вот реакторе
на своем реакторе Lion, он назывался, у них там несколько их типов, они вели, у них колоссальное количество экспериментов, поэтому ты прав. Да, вот хотелось бы, чтобы таких групп, которые экспериментируют в этом направлении, целенаправленно было бы больше, и хотелось бы, чтобы были целые лаборатории, выделенные под то, чтобы изучать вот именно вот эти странные треки, потому что, как правило, типичная ситуация, когда какая-то группа работает с реакторами и говорит, ну, давайте посмотрим треки, ну, хорошо, посмотрим, посмотрели, полюбовались, ну и все. Очень важно доходить до числа, доходить до набора статистики и находить какие-то закономерности. Вот те полтора года, когда вот я в составе лаборатории КИТ, огромное спасибо руководству лаборатории, огромное спасибо Пархомову Александру Георгиевичу, что вот эти полтора года у нас были, спокойно позаниматься, так сказать, чистой наукой, потому что, ну вот, конечно, там было соображение, что мы занимаемся еще безопасностью экспериментаторов, будущих пользователей. Общие слова, ты о своем докладе, пожалуйста. О своем докладе я уже рассказывал целый час. Вот. А сейчас бы мне хотелось просто завершить свое выступление тем, что я призываю подключаться к этим направлениям, подключаться к этой теме, целенаправленно именно изучать сам по себе феномен, потому что вот как раз вот у Валерия Николаевича, если я не ошибаюсь, была, так сказать, реплика на одной из конференций, наверное, года два назад, что ядерная физика-то началась с изучения как раз излучений ядерных. Да? Вот, скорее всего, мы здесь тоже найдем в конце концов что-то, что даже несравнимо с этими треками, конечно, красивыми, но непонятно, к чему их приложить сегодня. Вот. То есть как бы у нас получается, что сегодня мы видим разрозненные разные явления, в том числе и странное излучение, а кучу явлений я даже не упоминал в докладе, такие щупальца, которые тянутся к нам из будущих открытий, которые еще пока не совершены. Вот нужно держаться за эти щупальца, глядишь, мы того осьминога, то и нескольких, и в конце концов поймаем. Огромное спасибо. Спасибо за такие слова правильные. Друзья, значит, по докладу у нас все. У меня есть объявление. У нас следующий вебинар будет 24 марта. Это будет круглый стол. Желающих, такой большой доклад сделать не нашлось пока. Там дальше у нас есть, будут выступления 7 и 31 марта, и 7 апреля, а 24 будет круглый стол. Название будет очень интересное, тема «Нестационарные процессы в сверхъединичных реакторах». Я прошу всех подумать, нестационарные процессы в сверхъединичных реакторах. Там будет целая серия очень интересных людей, которые своими руками делали эксперименты и сами наблюдали нестационарные процессы. Это и Пархомов, и Чижов, и Годин, и там другие еще люди. Я тоже вот что-то расскажу. Прошу каждого подумать, может быть, чтобы этот круглый стол у нас эффективно прошел вот через неделю. На этом позвольте мне сегодняшнее вебинар закончить. Я через некоторое время всем разошлю видео этого вебинара. Спасибо огромное за участие. Спасибо. Спасибо.